Так, мы продолжим рассмотрение нашей, продолжим нашу работу. У нас, мы с вами рассмотрели первый и второй текст Упадишамриты в контексте нашей темы семинара, то есть мы говорим о формировании, о том, что представляет собой дом Шрилы Прабхупады, о том, каким образом строится община сердца. Второй стих говорит о важности преодоления как бы внешнего покрытия для того, чтобы контролировать свои чувства. Мы говорили, цепочка у нас была такая, что ни одна, ну, как бы семья духовная, обычная, то есть не бывает обычной семьи. Мы знаем, что семья может быть счастливой, может быть гармоничной, духовной, но ровно настолько, насколько в ней присутствует вот момент духа служения, следовательно, контроль чувств. Потому что если человек не контролирует свои чувства, это означает, что он находится в позиции господина. То есть, если человек находится в позиции господина, наслаждающегося, то, соответственно, какая может возникнуть семья вокруг такого, такой личности? Это невозможно. То есть, семья возникает именно благодаря присутствию вот этого духа служения. И под семьей мы имеем в виду то есть все то, что мы говорим, община, семья, там, парампара. Все это относится к одной и той же смысловой категории. То есть, это сообщество людей, объединенных неким настроением, неким смыслом общим, некой целью. Допустим, в любой традиции существуют разные личности, но вот в списке парампары мы знаем, да, что вот если посмотреть, допустим, 500 лет явления Господа Чайтаньи Махапрабху, если мы посмотрим, и даже 5000 лет посмотрим, там Кришна у нас идет в начале парампары, то есть если мы посмотрим, сколько людей в парампаре находится реально, даже если взять 500 лет, мы увидим, что там не так много личностей. Почему это так? Ведь реально же учителей было гораздо больше. Почему в списке парампары не так много? Это первое, что приходит в голову. Но очевидно, что это не так. Это же Кали-юга, это же не два Пара-юга. Не, мы не про Ясадеву, мы 500 лет говорим. Да. Что? Пожалуйста. Может быть, дело в том, что у нас Шикша-парампара, а не Дикша-парампара. Так. Так. А что такое Шикша-парампара? Очень хорошо. Да, это означает, что парампару представляет именно те, кто достиг стадии истинного ученичества. То есть, иначе говоря, парампару представляет именно те, кто достиг квалификации истинных слуг. То есть, парампару представляет те личности, которые действительно овладели своими чувствами в служении своему гуру, то есть в служении парампаре. Вот они представляют парампару. То есть, по сути дела, речь идет о том, что мы имеем дело с ученической преемственностью, с преемственностью, в которой как бы ценится именно ученичество, ценится то, насколько человек способен реально владеть своими чувствами, насколько он способен реально подчинить свою жизнь своей семье, то есть своей традиции в случае парампары, да, общине, в случае, если мы говорим о духовном сообществе. Это вопрос конкретной личности, то есть обладает ли личность способностью служить своей семье. Так мы определяем, насколько человек достиг совершенства вот, как своей духовной самореализации. Человек, который не обладает духовной самореализацией, он приходит в общество для того, чтобы ему служили. То есть он как бы требует любовь от окружающих, внимания там, и так далее. Но единицы из людей, образующих общество, способны поддерживать все остальных, всех остальных, все общество. Согласны с этим?
То есть общество способно поддерживать единицы, потому что практически каждый рассчитывает на то, что его будут поддерживать, его будут там вдохновлять, содержать, обучать и так далее. И единицы могут это делать для других. Поэтому в парампаре так много вайшнавов, но так мало тех, кто ее представляет. То есть ачарьев. Ачарьев – единицы. Таким образом, первый стих у нас, он говорит о том, что вот эта вот способность контролировать свои чувства – это очень редкая способность. И человек, который обладает этой способностью, способен принимать учеников повсюду в мире, то есть он является ачарьей. Ачарьев очень мало. Это единицы. Поэтому мы как бы возникает тогда вопрос, о чем тогда вообще говорить, да? То есть зачем это наставление для нас? Мы же не ачарьи, мы просто обычные люди, обычные преданные. Вот, это секрет. То есть это секрет, да. И об этом мы попробуем добраться до него. Может быть, сегодня, либо завтра посмотрим, как у нас пойдет. От вас тоже много зависит, нужна обратная связь. Я не могу просто сидеть и вещать. Это семинар. Мне нужно видеть глаза и видеть участие. Тогда очень хорошо все, быстро и глубоко. Вот, значит, второй стих говорит о том, каким образом живое существо попадается в ловушку вот этого положения господина. Атяхара праясашча праджалпони амаграха джана сангашам лаулям ча шадбир бхактир винашяти. То есть Рупа Госвами говорит, что эти шесть вещей образуют вот эту психологию как бы человека. То есть первое, что человек делает, он воспринимает знания, которые ему даются, он воспринимает по собственному усмотрению. То есть он воспринимает так, как хочет. То есть возникает ниямаграха. То есть человек либо не следует ничему, либо он следует так, чтобы у него не получилось ничего. Потому что и в том, и в другом случае у него есть оправдание. Самая главная потребность человека, живущего в материальном мире, это оправдаться. То есть быть, чтобы к нему не было претензий. Знаете, люди, вот психология у человека, ну как бы живущего материального гуны, так, таким образом обуславливают, что человек хочет просто быть, ну, хочет, чтобы к нему хорошо относились, да? То есть мы попадаем в общество, мы попадаем в поле внимания духовного наставника, духовного учителя. И потребность, которую мы реализуем, находясь в этом, так сказать, вот в этом луче внимания со стороны общества, со стороны учителя, со стороны любого авторитета, начальника на работе, неважно. Основная потребность заключается в том, чтобы быть, ну, соответствовать, то есть чтобы, ну, как бы нас принимали, признавали. И таким образом обусловленная душа, она достигает состояния внутренней какой-то, ну, получает какой-то смысл, да? То есть если на работе у меня есть хороший как бы рост карьерный, если мне платят хорошую зарплату, то все у меня хорошо в жизни, правильно? Если в семье, значит, супруг, ну, как бы, ну, или супруга, в общем, нормально, то есть нет конфликтов, то значит, у меня хорошая семья. Если в обществе я на хорошем счету, там у меня инициация, там у меня есть служение, то есть я как бы нашел себя, то человек считает себя довольным. То есть он доволен. То есть наше восприятие, оно как бы носит такой характер. Мы как бы не считаем себя целым. Мы считаем себя частью. Согласны с этим? То есть никакой человек не считает себя целым, он не считает себя браманом, потому что браман – это целое. Ом пурнам, адах пурнам идам. То есть Ишопанишад говорит о том, что каждое живое существо, ом пурнам, исходит из полного целого, из Кришны. Кришна тоже ом пурнам. Из одного целого выходит множество других целых, которые являются, вот, как бы, вот они тоже такие, частицы целого. Но это не части, это частицы, то есть они обладают свойством целого. Вот эти вот вещи, это наша душа, она имеет свойство брамана, то есть мы браман, мы целое. Поскольку мы целое, это означает, что внутри нас есть сияние, внутри нас есть счастье, внутри нас есть смысл, внутри нас есть жизненная энергия. Но поскольку мы находимся в ложном состоянии невежества,
Невежество проявляется каким образом? Мы считаем себя не целым, мы считаем себя частью. И вот, вот это состояние сотового телефона, пожалуйста, я прошу в беззвучный режим, не нужно отвлекать, возникают важные моменты, это отвлекает. То есть, когда есть вот эта вот целостность в человеке, что это означает? Это означает ответственность. То есть, часть означает, что все, что я делаю, зависит от условий. Это есть обусловленность. Вот мы же знаем слово обусловленность, да? Знакомое слово, обусловленная душа. А что это означает, обусловленный? Да, не поставленный в определенные условия, мы все в определенных условиях находимся, а зависящий от условий, в которых он находится. То есть обусловленная душа означает душа, которая зависит от условий, то есть использует условия для оправдания того, что оно как бы, ну вот, вот ну, у меня не получилось, вот, ну, вот не могу я святое имя слушать, ну ум вот у меня мечется, ну невозможно. Ну вот не могу, не смог я выполнить преданное служение, не могу следовать регулирующим принципам. Почему не можешь? А потому что вот, ну, не получается. Прилагаю усилия, не получается у меня. То есть обусловленная душа, она мыслит не категориями достичь чего-то, добиться, а она мыслит категориями что-то сделать, чтобы сделать вид, что я сделал. И потом сказать, ну я же делал. Какие ко мне вообще претензии, вопросы? То есть для обусловленной души важно не достичь цели, которую ну, как бы необходимо достичь, а для нее важно, чтобы к ней хорошо относились. Поэтому она делает все для того, чтобы вот снять с себя ответственность, сказать, ну я не виноват, вот это вот, ну вот у меня вот, мне вот там не дали вот этого, поэтому я не смог. А вот если бы у меня там было бы больше времени, я бы вот смог и так далее. То есть человек, не, вот, вот любого человека спроси, вот почему ты вот так, он скажет, да вот у меня вот такие причины. Такие обстоятельства. Никто ведь не скажет, я просто плохой ученик, мне вот не хватает, вот мне, я вот хочу как бы больше силы, я хочу больше, пожалуйста, дайте мне там вот задание какое-нибудь, чтобы было посложнее. Любому человеку задаешь вопрос, а вот как вот ты, он сразу в ступор впадает, он думает, как же ответить, чтобы было правильно. Чтобы тебя признали, что ты как бы нормальный. А то вдруг что-нибудь не так скажу. Понимаете? И человек сразу зажимается, потому что он как бы он не хочет учиться, он отказывается от ученичества, от брамана. Он не считает себя целым. Он считает себя частью, то есть ему нужно просто встроиться, соответствовать. Вот это основная проблема как бы психологической, ну как бы не психологии, а вообще как бы того, что люди, как люди чувствуют свое бытие в этом мире. То есть это называется обусловленность. Когда мы говорим «обусловлена душа», имеется в виду как раз вот эта вещь. Поэтому, в общем, смысл какой? Что из-за вот этой вот психологии человек, как бы он, из-за этого менталитета обусловленной души, человек начинает все хорошо, то есть он начинает свою духовную жизнь хорошо, до тех пор, пока не обуславливается. То есть смотрите, как это происходит. Когда у человека новые какие-то обстоятельства, новая ситуация, новое общество, новая философия, все новое, то душа, она как бы, она раскрывается к познанию. То есть у нее появляется такое как бы, ну, новое ощущение, новое впечатление, и человек включается в какой-то творческий процесс. Он счастлив. Но потом, когда он привыкает к ситуации, если у него нет перспективы дальнейшего какого-то роста, то он просто умирает, то есть у него возникает стагнация. Поэтому, когда Рупа Госвами говорит вот о этих вещах, атьяхара, прайасашча, праджалпония, маграха, вот эти все вещи, фактически это все означает, что человек просто, он просто, у него, ну как бы, он не занят, то есть у него просто нет дела, его ум не занят. Если человек не занят творчески, он начинает, просто начинает заниматься всякой ерундой, то есть у него появляются всякие мысли там, а вот может мне там, может мне карьеру материальную сделать, может мне там жену поменять, там уже достало все это, как бы эта жизнь, там, может быть мне стоит там, ну, может мне учителя, может мне реинициацию принять там. То есть у человека, просто человек внутренне не занят, и из-за этого он свою вот эту вот
ситуацию внутренней пустоты, он ее перекладывает на общество. Вот эта проблема, я вам хочу сказать, я, может быть, не вернусь больше к этому вопросу, и это жаль, потому что Шрила Прабхупада постоянно об этом говорит, но для нас это просто знакомая информация, которая звучит просто как такой, как шаблон, да, к которому мы привыкли и который нас не включает. Он все время говорит, вы не тело. То есть он говорит, каждый из нас есть целое, то есть мы целое, вот Брахман. Брахман означает, что мы не, как сказать, не зависим ни от чего, мы не зависим от тела, мы не зависим от общества, понимаете? Мы не зависим от того, вот, как бы условий, в которых мы находимся. Это означает, ты не тело. А когда человек это слушает, он думает, ну да, я не тело, как бы, я это уже слышал. То есть мы это не воспринимаем как некий такой вот, ну, как бы призыв к тому, чтобы отбросить иллюзию. Да? Мы воспринимаем это как уже какую-то вещь, чисто такую, ну, материальную. Итак, для того, чтобы это знание о строительстве общины, о строительстве семьи, оно стало реальностью, а не просто очередной порцией информации, да, человек должен принять к сведению тот факт, что я не являюсь частью, я являюсь целым. Поэтому никакие обстоятельства, плохие отношения там, или хорошие отношения, что тоже является кармой, не могут быть препятствием для моей ответственности в строительстве общины либо семьи. Этот момент, вы можете сказать, это философия, это не философия. Этот момент называется очень простым русским словом – вера. Всем знакомо, да, слово «вера»? Обычно, когда человек слышит слово «вера», он думает, вера – это вот религиозное понятие. Ну вот ты веришь там в Аллаха, я верю в Кришну там, и так далее. Вот это вера. Это никакого отношения к вере не имеет. Вера означает «ахам брахмасми». Вот что такое вера. Я – суть, частица Бога. Я – полное целое. То есть «ом пурнам». То есть я – брахман. Вот это называется верой. Если у человека вера есть, он способен действовать и строить свой мир. Этот мир, который Кришна для нас дал, чтобы мы могли служить в этом мире. Чтобы служить в этом мире, человек должен иметь веру. Вера означает признание своей целостности. Если человек не признает свою целостность, он начинает подстраиваться под чьи-то амбиции, страдает, если кто-то там что-то не так сказал. Вместо того, чтобы учиться в каких-то ситуациях, в хороших ситуациях, в плохих ситуациях, целостный, брахман же всегда учится. Для него нет ни хорошего, ни плохого. Для него есть только уроки. Вот это означает быть брахманом. То есть брахман означает, что он не воспринимает двойственность этого мира, он воспринимает только уроки. Для него больше ничего не существует. Для обусловленной души, которая считает себя частью, которая считает себя целым, есть хорошее и плохое. Вот мы хотим хорошего, мы хотим у нас, чтобы были хорошие отношения, да? Община сердца означает, все улыбаются, всем приятно. Все дарят друг другу подарки. Ну, в смысле, мне. Естественно. Вот. Означает, что не надо сражаться, все комфортно, у тебя Кришна, деньги приходят сами собой, дети не кричат, кушать не просят. Вайкунха, в общем, понимаете? То есть человек как бы воспринимает вот эти все вещи на уровне вот такой сваргия расы, такой, знаете, расы наслаждения такого. Вот я сейчас послужу Кришне, и потом я отправлюсь на сваргу. И там будут течь медовые реки в кисельных берегах, или наоборот, я уже как бы могу перепутать. Молочные реки, да, в кисельных берегах. Вот, и так далее. Я как бы немножко утрирую, но понятно, да, что вот этот менталитет, он присутствует. То есть человек не понимает, что духовная жизнь означает постоянное преодоление, постоянный выход и состояние вот этого как бы желание господствовать, быть господином. То есть духовная жизнь подразумевает вечное служение. Понимаете? Вечное служение. Ведь если человек поймет это, если человек обусловленная душа и не хочет отказываться от этой обусловленности, он испугается. Как это вечное служение? Это как? Вот я понимаю, вот послужил там 10 лет, как бы получил освобождение, и все, и можно наслаждаться. Вот это понятно, для чего служить. А вечное служение... Это что такое? Это что, всегда война? Вечно? Человек может очень сильно испугаться.
Это означает, если человек как бы испугался, это означает, что он отказывается от ученичества. В принципе. Потому что счастье человеку приносит именно преодоление. Счастье человеку приносит именно ученичество, именно служение. Когда человек постоянно расширяется, его сознание постоянно расширяется, он выходит за пределы самого себя. Вот это называется жизнью. И в духовном мире живые существа живут именно таким образом. Вы не думайте, что в духовном мире все в такой стагнации находятся. Вот они, мы уже с Кришной, можно просто вот развлекаться как бы, и все. На самом деле с Кришной быть очень трудно, гораздо труднее, чем вот сейчас. Понимаете, допустим, вот в случае, скажем, гор Нитай, мы знаем, что гор Нитай от нас хотят. Это достаточно простые вещи, их нужно просто делать с любовью, да? Ты просто делаешь с любовью, и ты чувствуешь ответ со стороны гор Нитай в сердце. Ты чувствуешь, что Кришна доволен, и ты просто счастлив. Ты делаешь свое служение осознанно, и гор Нитай тебе отвечает. В этом смысл. Но в духовном мире у гор Нитай столько планов, понимаете, они же неуемные, им же надо все больше и больше. У них же столько, у них же такая миссия, понимаете, они же полностью поглощены проповедью, они находятся в экстазе. И поэтому вам тоже нужно быть все время, как вот вы все время должны быть готовы следовать вот этой миссии гор Нитай. То есть человек должен постоянно выходить за предел, преданный. Вот это означает находиться в состоянии бавы, трансцендентного экстаза. Одно из 9 проявлений бавы – авьяртха калатвам. Человек не может ни секунду сидеть без служения. То есть он каждую секунду учится, он каждую секунду что-то делает для Кришны. Вот это называется авьяртха калатвам. То есть нет такого, что преданный сидит и думает, ну вот, все плохо, духовная жизнь не получается, вот жена до сих пор не преданная, духовный учитель непонятно где, и непонятно вообще, знает он обо мне что-то или не знает, может, я вообще ему не нужен, понимаете? Святое имя, я повторяю, конечно, но по-прежнему эта желтуха меня как бы вот за горло берет, чувствую только горечь и никакой сладости. Смотрю с тоской на счетчик по-прежнему. Понимаете, уже 5 лет смотрю. Когда же последняя бусина, наконец, упадет на счетчики, на положенное ей место внизу. То есть человек, понимаете, он как бы, он играет вот в эту игру как бы из Кришны, то есть он принимает позицию обусловленной души и при этом говорит об освобождении, то есть нужно отказаться от самой парадигмы, что я господин, вот все должно быть по-моему. Не будет по-нашему. И хорошо тоже не будет. И когда мы понимаем эту вещь, мы становимся счастливыми. По-настоящему счастливым человек становится именно тогда, когда он понимает, что моя вечная сварупа заключается именно в этом, в ученичестве. Для меня нет ни плохого, ни хорошего. Я просто учусь. Что бы ни происходило, я благодарен. Почему? Потому что это моя сварупа. Я очень много для себя нахожу всего в этом. Вот эта позиция означает быть последователем Прабхупады. Я не тело. Я не тело. Моя сварупа. Дживира сварупа хай, Кришнер нитьядас. Я вечный слуга, вот и все. И что Кришна для меня замыслил? Послал мне жену непреданную. Хорошо, буду общаться с женой непреданной. Буду оставаться преданным. Или с мужем там. Вот. Вот эти все вещи. Поэтому вот на такой платформе возможно понимание того, что такое Атихара, Праясашча, Праджалпони, Ямаграха и так далее. То есть Ниямаграха возникает тогда, когда преданный пытается практиковать преданное служение в обусловленной психологии. То есть он преданное служение практикует, а результат его не интересует. То есть Кришне предложил, вот мы вчера обсуждали, Пхогу предложил Кришне, а получить результат, почувствовать, что Кришна принял, ему это неинтересно. Потому что он думает, я же тело, как я могу, я же не душа, чтобы почувствовать Кришну. То есть человек отказывается от такой самой возможности общения с Богом. А как же он может практиковать йогу? Сама позиция, она
является позицией отказа от ученичества, да? То есть у человека гуру есть? Гуру есть, а ученика нет. Поэтому вопрос как бы не только в том, чтобы принять гуру. Принять гуру, да, это милость, она есть у каждого из нас. Шрила Прабхупада говорил, я милость свою даю всем, но не все ее берут. Это была ситуация, когда вот один из учеников его прославлял, что вот все по вашей милости. Он сказал, нет, милость-то я даю всем. То есть я являюсь их учителем, следовательно, они получают мою милость. Но ты являешься учеником, поэтому у тебя получается. Но не все являются учениками. Таким образом, когда преданные сходят вот с этой, у них вот с веры начинаются вот эти компромиссы, то тогда начинаются вот эти все вещи. Начинается джана санга, начинается вот это вот как бы прояса, какие-то усилия бессмысленные, начинается тьяхара и так далее. Это то, что разрушает бхакти, потому что в этом случае человек уже как бы, он уже обрастает материи, и ему же становится очень трудно практиковать преданное служение, и очень сложно как бы вернуть в изначальное состояние духовное. Вопросы какие-то есть? Вот, а сейчас о чем у нас вот разговор идет, чтобы было понятно? Это вот как бы. Микрофон. Когда он в обусловленном состоянии находится, как он себя ведет, и когда вот в освобожденном понимает, что не тело, да, и он тоже себя ведет как ученик. Я хочу подчеркнуть, речь идет даже не столько о состоянии, сколько о позиции человека. Позиция ученика. Позиция ученика – это как раз та самая вещь, которая не зависит от того, мы как бы уже вот освобожденные мы или не освобожденные. Это просто вопрос принятия, вопрос выбора человека. То есть какой он выбор делает? Это вопрос выбора, это не вопрос уровня. Этот выбор приходится делать на всех уровнях преданного служения. И я вам хочу сказать, чем выше уровень человека в преданном служении, тем сложнее его выбор. Вот пока у человека ничего нет, как говорится, как слаще хрена ничего не пробовал, ему выбор делать очень легко. Да, я слуга, как бы все хорошо, там отказываться-то не от чего, правильно? А вот когда человек чего-то достигает по-настоящему, понимаете, у него появляется там положение, там деньги, последователи, еще что-то. Вот тут делать выбор в пользу своей сварупы становится, ой, как сложно. Поэтому предаваться на высоких уровнях преданного служения гораздо сложнее, чем предаваться на низких уровнях преданного служения. Так что это не уровень, это именно позиция человека. Насколько он предан, настолько он и дойдет до точки, как бы до состояния духовного. Если его преданность как бы стопроцентная, он дойдет в этой жизни до цели, вернется к Богу. И если в вере есть компромисс, то придется ждать следующей жизни. Потому что в какой-то момент, как только у него появится что-то там, какая-нибудь там, еще одна дополнительная там, какой-то бонус, так сказать, что-то появится, какое-то достояние, он скажет, о, спасибо, теперь можно наслаждаться, нормально, посидим в этом комфорте. И человек останавливается. Шрила Прабхупада говорит, что йога представляет собой лестницу. То есть это есть только одна йога, бхакти-йога. Если вы идете по этой лестнице, останавливаетесь на уровне там, кармы, карма, да? Это карма-йог. И если он идет дальше, останавливается на уровне гьяны, то это гьяна-йог. И если он идет там, останавливается на уровне каких-то мистических там прозрений, то это аштанга-йог. Но если он идет до конца, если он хочет служить, быть вечным слугой Господа, а не останавливаться в каких-то своих достижениях, вот это бхакти-йог. Поэтому бхакти-йога – это динамический процесс. В нем никогда нет статики, никогда нет остановки. Вот это и то понимание, которое нам необходимо. В противном случае мы будем не защищены. Потому что никогда не будет такого, что вот, ну,
как бы для нас созданы все условия для наслаждения. Это не наше сварупа, не наше как бы предназначение. То есть не попасть под обусловленность, да, не обусловиться, можно только в том случае, если постоянно поддерживаешь себя в таком состоянии. То есть постоянно. Да, постоянное вот это состояние ученичества, как мое счастье, как моя природа, как моя сварупа. Но тем не менее, все равно же какое-то положение все равно достигается. И оно приходит все как бы так. Все приходит, но человек на это не отвлекается, он идет дальше. Он не на это как бы, он это не эксплуатирует, он этим не наслаждается. Он это просто использует как возможности, больше возможности для служения. Вот и все. Вот еще раз один момент. Вы говорите, если человек не считает себя полным целым, он автоматически отказывается от духовных плодов, которые приходят. Так я понял. Если не считает себя целым, отказывается от духовных плодов, которые приходят, а он их не замечает. Он отказывается от тех как бы уроков, которые ему дает его духовный учитель, как бы считает их неблагоприятными. Допустим, приходят какие-то трудности по милости духовного учителя, а он считает, что это проблемы, которые человек отказывается, да, принимать их как благотворные. Что он получит автоматически? Он не получит, да. То есть человек, как бы, он просто будет выполнять ритуал, поэтому я говорю, ниямаграха. Начинается ниямаграха, то есть человек совершает ритуал, но не стремится к достижению цели ритуала. Для него просто достаточно. Да, достаточно то, что вот я это сделал, как бы все, Харе Кришна, все хорошо. А поясните, пожалуйста, а кто такой ученик? Наконец-то! Пошли вопросы об абсолютной истине, да? От Хато Брахма Джигьяса. То есть с этого начинается веда. То есть теперь, получив человеческую форму жизни, мы должны вопрошать, что есть Брахман? Какова природа ученичества? Вот этого состояния духовного сознания. Кто такой ученик? Ученик – это тот, кто... То есть суть ученика для Брахман – это сад чит ананда. Да? То есть сад означает, что ученик понимает, что ничего плохого с ним произойти не может. В принципе. Все находится под контролем, под защитой Господа. Это сад. То есть человек, энергия санхини, то есть существование. Это энергия поддержания. То есть все Господь поддерживает. Чит означает, что я не могу выполнять деятельность формально, мне нужно понимать смысл того, что я делаю. То есть человек, чит означает состояние вдохновения, то есть человек вдохновлен. Как бы у него есть вот эта энергия осознанной деятельности. И ананда означает счастье или блаженство, да? Вот, поэтому ученик, у него вот эти три характеристики есть. То есть он занимается своей вечной деятельностью. Он занят вечной деятельностью. Во-вторых, он совершает эту деятельность творчески, то есть осознанно. И в третья вещь, он испытывает счастье. И если человек несчастен в сознании Кришны, значит, он не ученик. Смотришь на физиономию, и сразу видно, ученик, не ученик. Все сразу понятно. В основном, когда ученик приходит к своему учителю, он говорит о том, как у него все плохо, и как бы, ну, так или иначе, да, то есть... И потому что предполагается, что учитель должен решить эти все мои проблемы, помочь и так далее. Но это правильно. Тут ничего плохого в этом нет. Но если учитель помогает, то в чем заключается его помощь? Он делится с учеником вот этим пониманием Брахмана, пониманием целостности жизни. Он делится с учеником знанием целостности. И когда ученик получает этот дар от духовного учителя, он зажигается этим пониманием того, что на самом деле Бог существует в моем сердце присутствует совершенство. Я не могу и даже не должен его получать извне, оно находится внутри меня самого. Вот это означает быть учеником. И когда человек этому учится, он
приходит духовному учителю, и он как бы, учитель видит, что человек растет, что у него есть трудности, нормальные, естественные трудности, и ученик относится к ним позитивно. Гуру Махарадж, у меня есть трудности, но я не сдаюсь. У меня вот такие вот вещи, такие-то наработки, такие-то реализации. Здорово, что я в сознании Кришны. И чем дальше, тем круче становится. Как поговорки, чем дальше в лес, тем злее дятлы, да? И преданный, вот он так вот, он как бы понимает в жизни, и гуру видит, он говорит, видит, вот настоящий ученик. То есть человек готов вернуться в духовный мир в этой жизни. Это же замечательно. Вот настоящий ученик. Гуру счастлив. Потому что он понимает, что ученик защищен духовной энергией. А если ученик все время вот говорит о своей какой-то вот неквалифицированности, беспомощности, это и так понятно, что мы неквалифицированы и беспомощны. Но это к сути вопроса не имеет отношения прямого. То есть неквалифицирован, беспомощный, хорошо, вот тебе квалификация, вот тебе помощь. Но если ты этого не принимаешь, в чем тогда вопрос, как бы, да? То есть в чем проблема тогда? Значит, ты хочешь страдать? Это твой выбор? Ты хочешь страдать? Нет, Гуру Махарадж, я не хочу страдать. То есть непонятно. Ты страдать не хочешь. А как бы лекарства принимать тоже не хочешь. Это значит, что ты хочешь наслаждаться. Но наслаждение и страдания, они идут рука об руку. То есть они неразрывны. Надо включить. Включен микрофон. Как вот перейти с позиции обусловленности вот на позицию вот этого ученичества? Ну, прямо сейчас мы. Вообще возможно ли это? Прямо сейчас вышел и пошел. Да, вот прямо сейчас это и происходит. То есть вы же как бы хотите, вы задаете вопрос. Вопрос. Через вопрос это происходит. Тадвитхи пранипатина парипрашнена севая. Некоторые преданные дальше пранипата, принятия гуру, дальше не идут. После принятия гуру начинается следующий процесс. Парипрашнена. Парипрашнена – это вопрошение об абсолютной истине, о брамане, о природе ученичества. Вот в чем заключается парипрашнена. Это вопрошение о том, что является источником силы духовной. То есть, где эта сила, откуда она идет, и как почувствовать ее внутри себя, как почувствовать эту любовь, прему, как бы, ну, бхакти, как обрести бхакти. И вот эти вопросы, как бы, они, когда они задаются, возникает связь с этим, и благодаря этой связи начинается сева. То есть, сева, служение, оно происходит именно из этого внутреннего изобилия. Когда человек счастлив, когда он энтузиастичен, это служение не происходит из дефицита. Если оно происходит из дефицита, из-за ущербности человека, это означает, что когда человек служит, им движут корыстные мотивы, скрытые мотивы. А скрытые мотивы – это временное служение. Через какое-то время человек разочаровывается, он думает, духовный учитель мне не дает чего-то, там процесс преданного служения не так могущественен, как это казалось вначале и так далее. То есть человек просто переходит в режим разочарования. Почему? Потому что он служит из дефицита. Поэтому пранипатина парипрашнена севая. Парипрашнена – это процесс, с помощью которого человек должен избавиться от этого обусловленного видения духовной жизни и начать служить уже в духовной атмосфере, вот в этом. Таким образом, это общий ответ. Да? То есть, если вы не чувствуете себя, не чувствуете вдохновения, значит, процесс вопрошения, он не достиг цели. Значит, вы не ставите вопросы правильным образом. Либо не получаете, не можете получить ответ из-за того, что там наставник какой-то или к кому вы обращаетесь, он, может, не знает ответов на эти вопросы и так далее. Но нужно найти эти вещи. То есть признаком является то, что я начинаю считать себя духом, а не телом, то есть душой. Но это предварительный ответ. Есть более такой, как бы, функциональный ответ или содержательный, но я хотел бы чуть больше об этом, дальше об этом говорить, когда мы перейдем к следующему тексту. Есть еще какие-то вопросы вот по этой теме, да?
передайте микрофон. У меня больше даже не вопрос, а хотелось бы поделиться реализацией позиции ученика. Ну, этот вопрос хорошо разбирается также Гаратхана Гопалом. Я оттуда узнал об этой позиции. Вот. И мне хотелось бы добавить, что на самом деле главный учитель – это Верховный Господь, сам Кришна. Это самый главный учитель. Вот. И он посылает нам уроки через кармических учителей, через обычных людей, через родных, родственников, через семью. Также он посылает через преданных уроки. И посылает уроки через духовных учителей. И вот если говорить о кармических учителях, то они избавляют нас от плохих качеств. А духовные учителя, они воспитывают нас в хорошее качество. То есть это смирение, терпение, сострадание. И учиться нужно таким образом, что нужно просто очень быть чувствительным к себе. То есть какая-то каждая мелочь, которая происходит внутри тебя, она может говорить о каком-то уроке. Учат события, испытания какие-то, учат люди и также учат состояние. Можно привести пример, даже пошел служить. Сначала было настроение очень хорошее, радостное, был вкус. Но приступил служение, и вдруг настроение испортилось. Я понимаю это как урок, потому что я о чем-то неправильно подумал, как-то неправильно что-то себе представил это служение или отвлекся, может, от него, и потерял этот вкус. Значит, мне надо что-то переосмыслить, подумать и вернуть этот вкус обратно. Ну вот, как бы хотелось вкратце добавить. Все? Да, пожалуйста, передайте микрофон. А вот целостность, она все время разрушается от внешних или от плохих внутренних? Не уследил за внутренним, за ложным. Держите эго. Ближе микрофон, не слышу. За ложным эго не уследил. Целостность, она потом через некоторое время восстанавливается. А бывают уже реализации, что в этой жизни человек уже не теряет целостность служения. То есть вот целостность, она все время разрушается. Да. А вопрос такой, может ли вот за одну жизнь ученик целостность поддерживать служение? Это, собственно, и есть освобождение. То есть если наша целостность разрушается, то означает, что мы еще не достигли ништхи в преданном служении. Стадия ништхи – это как раз та самая стадия, когда человек достигает состояния, когда он может эту свою целостность хранить, то есть сохранить энтузиазм в преданном служении постоянно. Это называется ништха. Если у человека есть энтузиазм, значит он целое. Потому что только целое может быть энтузиастичным. То есть браман. Браман сияет, материя темна. Таково его свойство, тьма. Давайте перейдем к следующему стиху. Я хотел бы углубиться немножко. Значит, в следующем стихе Рупа Госвами Прабхупада говорит о природе Шрадхи. То есть вот все, что мы до этого рассматривали, это как бы больше относится к описанию именно этики, то есть или психологической как бы основы, да, человека, который занят в сфере внутренней энергии. То есть если человек преданный, то он будет, соответственно, не подвержен атьяхаре, праясе, ньямаграхе и так далее, и будет контролировать свои чувства. Это признак того, что человек находится под влиянием внутренней энергии, то есть он находится в духовном положении. Вот. И в следующем стихе Рупа Госвами как раз переходит уже к самой природе брахмана. То есть если до этого он описывал исключительно как бы состояние нашей психики, то есть состояние нашего как бы вот это вот то, как внешне это можно увидеть, да? Здесь он говорит о том, что человек
испытывает, то есть каково его внутреннее вот это вот состояние сознания. То есть он описывает природу шрадхи, веры. Утсахат ништаят гарят, татат карма правартанат. Кто знает этот стих? Следующий, третий стих. Есть кто знает? Нектар наставления. Три человека подняли руки. Это очень мало. Я вас посчитал. Нет, это не серьезно. Сангатья гатса таврите шадбир бхактир прасидьяти. То есть Рупа Госвами говорит о том, что значит, энтузиазм, убежденность, терпение, дальше постоянная занятость в преданном служении, татат карма правартанат, в основном шраванам, киртанам, то есть влечение, занятость в этом. Дальше не отсутствие склонности к материальному общению. То есть речь идет не просто о том, что человек вот он не общается внешне, а у него внутренняя склонность отсутствует. И дальше сатоврите означает, что преданный всегда находится в санге, он всегда связан, его мысли связаны с предыдущими ачарьями, и также он общается с преданными, которые проявлены в этом мире, находятся в их санге. Эти шесть составляющих, они питают бхакти. И вот этот стих, он уже является системообразующим для общины. То есть здесь говорится именно о том, каким образом вот, преданные действуют в обществе преданных. То есть вера должна быть у человека, безусловно. Вера состоит из трех вот этих составляющих. Во-первых, это утсаха. Утсаха означает, что человек сияет, он готов действовать, он готов служить общине, он готов служить святому имени, он готов служить Господу. Это утсаха, это сияние. То есть это способность человека как бы прикладывать именно внутренние сознательные усилия, то есть действовать сознательно. У него есть энтузиазм. Дальше нищая означает, что эта способность действовать, она является как бы не фанатичной, она является не результатом каких-то корыстных мотивов, да? Когда, допустим, люди в этом мире, они действуют энтузиастично, но ими движут скрытые мотивы. Ну, они хотят что-то заработать, или они, может быть, рассчитывают на что-то, на какой-то ответ, рассчитывают на какую-то любовь. И поэтому там мужчина ухаживает за женщиной, там человек на работе прикладывает усилия, он рассчитывает на карьерный рост. Там дети могут проявлять какую-то усидчивость в каких-то вещах, рассчитывая на похвалу со стороны родителей там, и так далее. То есть человек действует с энтузиазмом, но этот энтузиазм не является состоянием души, он является состоянием, скорее, ума, то есть определенное возбуждение, да? Некая экзальтация, как говорят. А в духовном смысле энтузиазм утсаха построен на нищая. Нищая – это убежденность. Вот. И следующая составляющая – это дхария. Дхария означает терпение. Иногда говорят как бы терпимость, то есть способность относиться нормально к окружающим людям, то есть не оценивать окружающих людей, не критиковать и так далее, примиряться с ними, вступать в диалог там и так далее. То есть это все называется дхарией. Вот эти три составляющих образуют, собственно, квалификацию для жизни в общине. Помните, мы начали разговор сегодня с чего? Что общину может создавать только личность. Личность создает общество. Личность. Каковы свойства личности? Что является как бы свойством, по которому мы можем отличить личность от тела просто или от индивидуума? Каково главное свойство, отличающее личность от индивидуума или от тела? Вот мы сейчас здесь сидим вместе, вот в этом зале, да? Мы все являемся личностями? Ну хорошо, вопрос по-другому. Мы индивидуумы все, кто здесь присутствует? Индивидуумы. Мы все существуем как отдельное тело, как отдельный ум, как отдельное эго. Теперь я задаю другой вопрос. Мы все являемся личностями? Да, в соответствии с этим определением не все.
То есть личность – это осознанная позиция. Личность означает, главное свойство личности, что отличает личность от тела, или от ума, там, от разума. Позиция слуги, да. Или по-другому говоря, то, что в соответствии в контексте этого стиха, это вера, шрадха. Вот что определяет личность. Смотрите, вера – это свойство именно духа. Она не имеет отношения ни к уму, потому что ум неустойчив, он зависит от настроения, да? Сегодня нравится, сегодня вера есть, завтра ее нет. Потом опять пообщался, опять есть. Это состояние ума. У разума тоже очень много сомнений, разные концепции, разные представления. Это все как бы... То есть вера – это вещь, исходящая именно из души, а она является энергией духа. И вот она имеет эти три составляющих. То есть энтузиазм – это способность действовать бескорыстно и прикладывать усилия для бескорыстного служения. Утсаха – это означает, что я не просто как бы энтузиастичен, я действую на основании определенного понимания, то есть у меня есть некое как бы понимание того, что я делаю, то есть иначе это не будет бескорыстной деятельностью. И третья вещь, соответственно, это что? Способность терпеть. Вот почему, вот если, допустим, преданные собираются вместе, они хотят, например, создать там, ну, допустим, люди собираются, они хотят создать семью, да? Неважно, это намахата, община, или это просто обычная семья, мужчина, женщина и ребенок, теща. Вот. То есть они собираются вместе, у них есть определенный энтузиазм, естественно, да? Иначе что бы, как бы связываться с таким огородом, да? То есть человеку же надо какой-то мотив иметь. Этот мотив, он всегда имеет природу субъективную, то есть основанную на каких-то представлениях, ожиданиях, то есть имеет чаще всего мотив именно в сфере наслаждения. То есть человек думает, что вот там все у него будет хорошо, он будет счастлив и так далее. Но почему это все заканчивается? Почему заканчиваются общины? Почему заканчиваются намахаты? Почему заканчиваются семьи? В чем причина? В соответствии с этим стихом. Терпения не хватило. А? Терпения не хватило. Да. А почему не хватает терпения? Нет убежденности. Правильно. То есть человек нет смысла, он теряет смысл. Может быть, его даже и не было. Было просто сплошное ожидание. У человека нет смысла семейной жизни, нет смысла общинного существования, нет смысла... Вот он как бы не видит, для чего ему служить. Он больше этого не видит. А отчего так? Потому что человек пришел в эту жизнь, он пришел в это общество, в эту намахату, он пришел вот с этим человеком создать семью, он пришел в общину, и смысл того, что он пришел туда, какой? Брать. Правильно, брать, наслаждаться. Вот в чем была его энергия. И поэтому человек как бы он не понимает, что когда он создает семью, то это на самом деле вещь, как бы, то есть у него, ну как бы строго говоря, да, если подходить с позиции веры именно, он пришел в семью не для того, чтобы жить просто счастливой семейной жизнью. Не в этом смысл. Если я пришел в намахату, смысл не в том, чтобы у нас была такая теплая компания, такая, вы знаете, вот посидели такие, вот поболтали, так здорово, хорошо, пообщались и разошлись с чувством, так сказать, как говорят у британцев, ты чешешь спину мне, я чешу спину тебе. И в результате все довольны, расходятся, что они как бы удовлетворили свои эмоциональные потребности, да? То есть вот такие вещи в намахатах люди делают, и они создают эти намахаты, они общаются друг с другом. Проходит 2-3 года, они уже все там почесали, все, что можно было почесать, понимаете? Все, намахата заболачивается, возникает болото, люди просто расходятся, потому что им больше нечего друг с другом делать. Понимаете, да? Вот, точно такие же вещи происходят в семьях. Надоел, надоело, там, не удовлетворяет, как бы накопились претензии и так далее.
То есть не справляемся. Почему не справляемся? Потому что нет смысла. Мы не понимаем вообще, в чем смысл. Служение в намахате, служение в семье, служение в общине. Мы не понимаем одной очень важной вещи. Мы не понимаем, что любой социум, любое общество, моя семья, моя намахата, моя община является проявлением гуру-таттвы, то есть это гуру. Те сложности, какой смысл слова гуру? Я думаю, все знают, да? Что значит гуру буквально с санскрита? Тяжелый, правильно. Гуру означает тяжелый. И вот возвращаясь к вопросу об ученичестве, мы начали с этого, да, наш разговор, что когда человек занимает вот эту ученическую позицию, когда у него есть вера, он приходит в общество, он создает семью, он приходит в намахату, он приходит в общину, и у него есть вот это понимание, что отношения простыми не бывают. Вообще не всегда есть с чем работать, в семье всегда есть с чем работать, всегда есть с чем разбираться. И вот эта позиция, она делает человека успешным. Создаются успешные семьи, создаются успешные общины, создаются вот эти вот успешные как бы отношения. Но успех заключается не в том, что там у них нет проблем, нет каких-то конфликтов, не в этом успех. А в чем успех? Правильно. Успех заключается в том, что они вместе растут, что они вместе движутся к высшей цели, они прогрессируют вместе. Вот в этом заключается успех любого сообщества людей, независимо от того, что конкретно это сообщество собой представляет. Вот поэтому ситуация такая, что мы как бы даже зачастую не понимаем, насколько вот эта иллюзия, она крадет наше знание. То есть человек говорит, ну хорошо, ладно, вот у меня есть вера, я вот создал семью, все, у меня есть там родственники, или там я создал семью преданных, у меня есть намахата, я там в общине, там президент там, или еще что-то такое. И человек думает, ну вот служение заключается в том, что вот мне нужно удовлетворять потребности людей, например, да? И он начинает удовлетворять потребности, как бы, и он сталкивается с тем, что это прорва. Да? Все закивали головой отчаянно. Да-да-да-да-да. Прорва. 100%. То есть стоит только в этот омут ступить, и все, и начинает засасывать вообще реально. И просто уже начинаешь хватать ртом, и уже понимаешь, зачем я с этим огородом связался вообще? Не надо было вообще связываться. Жил шафрановый счастливый парень, там, например, да? Вот. Побелел, сразу стало плохо. Вот. Или там, например, повторял себе мантру, читал книги Шрилы Прабхупады, пришел в общество преданных, думал, они святые. А тут выясняется, что нет, они не святые. И начинается критика какая-то, начинается проблема и так далее. Думаешь, боже мой, какие, как оказывается, все, как оказывается все сложно и так далее. У человека теряется вера. То есть это означает, что фактически мы как бы не принимаем вот этого момента, то есть вот потому что эти все проблемы, которые возникают, когда мы пытаемся служить другим, они, по сути дела, проявляют содержание наших мотивов. Все, что с нами происходит в отношениях, это не что иное, как лакмусовая бумажка, то есть проявление наших мотивов, скрытых в нашем сердце. То есть все это просто проявляется. В основном люди, когда они пытаются, допустим, служить там в семье, в намахате, в общине, все, что они делают, они просто обмениваются как бы не служением, они обмениваются в, как это, из слова такое русское, но я не знаю, как оно как бы склоняется, то есть они выслуживанием обмениваются, они выслуживаются. Знаете разницу, да? Между служить и выслуживаться. То есть, когда мы служим, мы делаем то, что мы делаем как бы для того, чтобы не для того, чтобы человека удовлетворить его чувства, а мы делаем это для того, чтобы он прогрессировал. Да? То есть, если мы, допустим, для человека что-то сделали материально, например, купили ребенку игрушку, да?
То есть отец, например, материалист, он покупает для своего ребенка игрушку. Преданный покупает ребенку игрушку? Да. Тоже покупает. С внешней точки зрения никакой разницы нет. Но когда преданный покупает своему ребенку игрушку, он это делает, подразумевая, что эта игрушка, она как бы развивает его личностью и так далее. Не просто он удовлетворяет его чувства, согласны? Поэтому, когда человек служит, он делает это для того, чтобы помочь другой личности как бы прогрессировать, как бы расти. А когда он выслуживается, он просто удовлетворяет чувства. Поэтому служение не подразумевает, что мы просто улыбаемся другому человеку. Вот я тебе служу, вот я тебе делаю все, что ты хочешь, пожалуйста. Вот так могу сделать. А хочешь, вот так тебе сделаю. Хочешь, танцую. А хочешь, пляшу. Понимаете? То есть в основном, когда мы слышим служение, мы подразумеваем, что преданные должны друг другу служить. Это что означает? Это означает, что они должны друг другу что? Помогать расти духовно, правильно. А не так, что друг другу там угождать. Это очень опасная вещь. Вот поэтому, как бы мы думаем, ну, преданные должны служить, а тут я вообще не чувствую, что мне служат, у меня сплошные проблемы здесь вообще. Как бы. Этот правду сказал. Или, ну, как бы это, конечно, неправда. Он-то думает, что это он мне правду сказал. А я же знаю, что это неправда. И у меня из этого проблемы. То есть, ну, этот преданный, он, может, сказал то, что реально было необходимо для моего блага, да? И чтобы этот вопрос прояснить, мне нужно с преданным просто поговорить. А зачем ты мне это сказал? Ты мне хотел больно сделать, или ты как бы, или у тебя какой-то другой бы план? То есть, к чему это все? Поэтому, вот смотрите, какая вещь. Почему в семьях люди выслуживаются, почему они не служат? Почему в общинах они выслуживаются, почему они не служат? Потому что они друг с другом ничего не обсуждают. То есть уцеха возникает, первоначальный импульс, но эта уцеха, она должна быть одухотворенной. Тогда она духотворяется, когда люди проясняют свои отношения, когда они обсуждают то, что они делают, зачем они это делают и так далее. Тогда возникает нищая. И вот когда возникает нищая, вот эта убежденность, да, что я действую для того, кто бескорыстен. То есть, если я с преданным все прояснил, я понимаю, что он бескорыстен, и я могу ему служить. У меня будет энтузиазм ему служить, этот энтузиазм будет вечен. Потому что я понимаю, что человек бескорыстен. Но если я думаю, что этот человек просто меня хочет, ну, как бы он, конечно, с удовольствием принимает от меня служение, допустим, старший, да? Но он мне ничего не объясняет. Ну, то есть, я вот у него спрашиваю, а он как бы такой, как партизан на допросе. То есть, ничего. Просто делай и все. Потому что я старший. Мы какое-то время делаем, а потом как-то вот начинаем буксовать. Что перестаем верить. Понимаете? Вера заканчивается. Мы перестаем верить. Почему? Потому что ничего не обсуждается. Люди умудряются таким образом жить, они даже не разговаривают друг с другом. Вот живут в семьях, живут в общинах, в намахатах. Они даже... Вот так вот поговорить друг с другом о том, что происходит у тебя в сердце, о чем ты думаешь. Да, это, кстати, тема следующего 4 стиха. Там я немножко перескакиваю. Но они взаимосвязаны, это вот очень трудно избежать. То есть, вот эта вещь. Люди не, как сказать, не хотят вот этого обсуждения, не хотят санги. И поэтому, нищая вот это вот качество как бы, понимания, оно не образуется. То есть люди не понимают друг друга, они как бы нет вот этой внутренней связи, и поэтому теряется энтузиазм. Люди просто разочаровываются и перестают совершать свое служение. Как у нас в классике в русском, служить бы рад, да, а выслуживаться тошно. Вот потому и тошно выслуживаться, что ничего не понятно. Зачем это все? Вопросы? Да, передавайте микрофон и сами. Спасибо. А вот у меня вопрос, что значит служить духовному учителю? Вот, например, когда ему готовят покушать, разве это не удовлетворение его чувств? Для вот такой личности, как Прабхупада, служить это помогать духовно расти, а куда ему еще дальше расти? Замечательно, здорово.
То есть, когда вы служите, вы что делаете? Вы либо помогаете человеку духовно расти, либо помогаете ему в его миссии, в любом случае цель духовна. Когда вы готовите покушать духовному учителю, вы, ну как бы, вы просто ему помогаете, вы избавляете его, ну, даете ему больше свободного времени для того, чтобы он занимался проповедью, например, да, избавляете его там от каких-то бытовых отвлечений, проблем. Это служение, потому что тем самым вы помогаете ему в его деле. Вот. Но если духовный учитель говорит: так, что-то это самое, что-то, почему ты мне не готовишь 100 блюд, например? Ты же можешь 100 блюд приготовить. То у вас может возникнуть естественный вопрос: а какой, то есть, что к чему вообще, да? То есть, человеку для нормальной жизни, для миссии ему нужно просто, ну, там, сабжи, рис, кичри, ну, то есть, здоровая, иногда халава. Здоровая еда, которая дает энергию и возможность заниматься деятельностью, да, то есть заниматься своим делом. И духовный учитель, он ученик сам, он служит своему гуру, он служит парампаре. Поэтому ему нужно просто поддержать жизненную энергию, чтобы заниматься санкиртаной. Поэтому ученики ему как бы готовят, и никаких проблем нет. Они чувствуют, что они помогают гуру, они сами в экстазе от этого, и все хорошо. Но если гуру начинает говорить, там, вот мне нужно, вот, вот как бы, ну, то есть начинается вот эта какая-то господская, так сказать, тема, то ученик может усомниться уже, он подумает: да, что тут, как бы, он пойдет к старшему, скажет, ну, как бы, что-то я не понимаю вообще, как-то вот у меня не укладывается. Понятно, да? То есть мы не выслуживаемся перед гуру, мы служим, это разные вещи. Мы не удовлетворяем чувство гуру. Мы говорили о том, что если личность, это значит наличие веры, да? Чуть-чуть дальше микрофон. Личность – это значит тот, у кого есть вера. Вера, да. А что такое личностный подход тогда? Поясните, пожалуйста. Личностный подход к человеку – это подход, который помогает данному конкретному индивиду обрести веру. То есть награждение верой личности, да? Да, есть... проявление личности – это и есть личностный подход. То есть мы видим индивида, и мы должны обнаружить там личность. Вот это называется личностный подход. То есть помочь человеку обрести знание. Это значит личностный подход. То есть ему определиться. Ему, да. Еще будьте добры. А вот прогресс. Что такое прогресс? Прогресс? Да. Ну, сейчас в течение... Прогресс означает движение к освобождению, к браману. То есть к освобождению духовной... достижению духовной свободы, отношения с Кришной. Вот это прогресс. То есть чем мы ближе к этому платформе, тем мы прогрессивнее. Мне кажется, у нас вот тут возникает такая проблема. Мы как бы вот констатируем факт, да, что человек вот он в таком состоянии находится. И мы говорим, что делать, какие-то внешние вещи. Да? Но вот у нас возникает такая проблема, что а как вот внутреннее? То есть мы говорим, вот внутреннее состояние сейчас такое, а должно стать таким. И всегда ли бывает достаточно, что мы просто внешние вещи, вот мы делаем внешние вещи в состоянии внутреннем неправильном? Так. То есть всегда ли это, или не знаю, ну или когда вот эта вот внешняя, правильная внешняя деятельность в неправильном внутреннем состоянии приведет к тому, что внутреннее состояние изменится? Это хороший вопрос. Вот смотрите. Сегодня Дайананда Махарадж, да, он говорил о, вот приводил пример, помните, с солдатом, ну, кто был на Бхагаватам, те помнят. То есть человек был занят реально, у него было как бы дело, он не отвлекался на то, что у него там ногу оторвало, как бы бежал там, ну, часть ноги оторвала, человек бежал, потому что ему нужно было, у него было дело. То есть... можно сколько угодно говорить о качествах человека, о развитии какой-то квалификации, там, о том, что нужен энтузиазм, там, нужно терпение и так далее. Это все, что мы слышим на лекциях, как правило, да? Но очень редко мы как бы задумываемся или слышим о том, что же является, собственно, как бы тем, как сказать, обхидеей или способом, с помощью которого у человека проявляется вот эта вот энергия, да, то есть проявляется вот эта вот целостность, о которой мы говорили, природа брамана.
Верно? В этом же проблема. Вот. И я сейчас скажу как банальность, которую вы все знаете, но потом я постараюсь объяснить, что это совсем не банальность. А на самом деле, как бы это, ну, мы... То есть ответ на этот вопрос заключается в том, что ключевым как бы звеном во всем этом является гуру. Почему? Потому что функция гуру как раз заключается в том, что гуру – это как раз тот, как мы можем понять, кто такой гуру. Гуру – это тот, кто открывает для нас дело. Или не внешнее дело, а внутреннее. То есть гуру – это тот, кто помогает нам включиться на уровне внутреннего вот этого, ну, как бы, что человек, как сказать, начинает гореть, да, то есть для него что-то становится важным. Вот это и есть гуру. Вот как понять, кто гуру? Гуру – это тот, вот какая-то личность, или это не обязательно личность, это как бы тот, от кого мы получаем вот это вот, ну, как благодаря кому мы включаемся внутренне, творчески, как личности. То есть у нас появляется дело, миссия, ну, грубо говоря, да, слово миссия, вот, оно такое подходящее. Поэтому, как, вот ситуация какая, допустим, вот мы говорили, да, что вот есть, допустим, есть община, есть там семья, есть намахата. Для чего все это нужно человеку, для чего это все нужно как бы индивиду? Вот, в принципе, в основном семьи, намахаты, вот эти все группы, они, к сожалению, не выполняют свою роль. Почему? Потому что их роль заключается в том, чтобы пробудить в индивиде личность, чтобы человек принял личную ответственность, чтобы у него появилась миссия, чтобы он принял личную ответственность за духовное благополучие своей семьи, за благополучие своей намахаты, за благополучие своей общины, принял личную ответственность. Вы согласны с этим? То есть, смотрите, какая возникает неприятная ситуация. Мы начали разговор с того, что человек себя с браманом не считает. Он считает себя частью общества. Это означает, что... А поскольку в обществе основной мотив – это какой? То есть вот в основное состояние общества какое? Любого. Будь это семья, там, намахата или что-то еще. Потребление, правильно. То есть общество ориентировано на потребление. То есть всегда вот есть атмосфера... Вот взаимных ожиданий каких-то таких вот, друг на друга смотрят, что-то там, как бы, там что-то оценивают, там какие-то сплетни, какие-то разговоры там, а вот этот такой, этот сякой. Это основное состояние общества, и основное состояние любого как бы коллектива – это неудовлетворенность. Люди не удовлетворены по своей природе. И индивид любой, поскольку он является частью общества, он испытывает такую же неудовлетворенность. Вот, поэтому смотрите, что получается. Вот в этом стихе, который Махарадж цитировал, да? Нет, он другой стих цитировал, он следующий за этим, из Четухшлоки Бхагавадгиты. То есть первый стих, не первый, это второй стих Четухшлоки, девятый стих, там Кришна говорит: «Мачита мадгата прана бодхайантах параспарам, катхайанташ чамам нитям, тушьянти ча раманти ча». Да? То есть там Кришна говорит о том, что мои преданные, которые, чье сознание сосредоточено на мне, мачита. То есть это как бы вот люди, имеющие определенное мировоззрение, они собираются вместе, обмениваются вот этой вот взаимными реализациями в сознании Кришны и испытывают блаженство. То есть вот такое общество, оно является духовным. Вот такое общество, оно становится источником самосознания, оно становится источником передачи миссии. То есть если индивид попадает в такое общество, где люди обмениваются как бы своим видением сознания Кришны, своим вдохновением сознания Кришны, у них появляется личная миссия. Смотрите, почему. Потому что, когда, вот, допустим, люди встречаются вместе и начинают обсуждать, преданные встречаются вместе и начинают обсуждать преданное служение, что они могли бы вместе сделать для Кришны? Что в результате появляется? Появляется интерес. Правильно, энтузиазм. То есть Кришна говорит: интерес, тушьянти ча раманти ча, они испытывают определенный вкус. Просто материальный пример. Группа людей решила провести пикник. Да? Они собрались вместе, что они делают?
обсуждают, что они там будут делать, да? То есть у них появляется что? Энтузиазм, желание. Дальше следующий шаг. Что у них между ними происходит? Распределяет обязанности. У каждого появляется миссия, верно? То есть общее дело вдохновляет, теперь каждый решает для себя, что он может принести. Один говорит, а я костер, я вообще так вот, я вот, вот сделаю такой классный костер. Да? Другой говорит, а я там, извините, принесу там это, интоксикации там, да, и так далее. Я большой специалист по интоксикациям. Суть не в этом. Суть в том, что это один и тот же принцип. Он работает и везде, он во всей вселенной работает. Не знаю, там преданный, непреданный, это энергия Бога. Она работает. Вот. Но в чем разница? Смотрите, у преданных та же самая вещь. Они собираются, они обсуждают что-то, что они могут делать для Кришны, но преданные этого не делают. Проблема в том, что преданные этого не делают. Они как индивиды существуют. Но вот чтобы собираться в сангу, обсуждать преданное служение, вдохновляться вместе и что-то делать такое, ну, интересное, почему-то никому в голову не приходит. Хотя Кришна прямо об этом говорит в Бхагавад-гите. Почему это происходит? Потому что для того, чтобы такая санга возникла, нужно хотя бы, чтобы был там один человек, хотя бы один в этой санге, который находится в состоянии брахмана, то есть который, ну, хочет, чтобы преданные вот именно получили вот этот вкус, чтобы они, ну, вдохновились, чтобы они включились. Должен быть хотя бы один преданный таким вот в этой санге. Тогда это начинает работать. В противном случае общество становится кармой, то есть кармическим, материальным. Кришна же говорит «матчита», то есть преданные должны быть сосредоточены на деле, на миссии. Тогда эта санга становится благоприятной. Но если преданные сосредоточены на своих каких-то там амбициях, они собираются вместе, начинают какую-то праджалпу просто какую-то заниматься. Иногда могут даже они о Кришне говорят, но это не вдохновляет. Поэтому вот этого результата и не возникает. И ответ, вот, который вот сейчас мы тему обсуждаем, ответ на нее заключается в том, что человек, индивид, должен получить личную миссию, то есть как личность он должен проснуться. И что является для этого, как бы, что является для этого вот обхидеей или способом? А? Гуру, да. Гуру. Именно гуру дает миссию. Но не просто вот он говорит, вот тебе миссия, вали отсюда, выполняй. Нет, миссия происходит через уполномачивание. Уполномачивание означает понимание, нищая. То есть общаясь с гуру, проясняя с ним как то, что находится в его сердце, как бы вдохновляясь, обретая свой собственный какой-то огонь внутри, ученик становится как бы тоже, у него появляется эта миссия. Также эта гуру-татва, она проявляется как санга преданных. То есть это происходит в намахате, преданный вдохновляется, выходит на санкиртану. Также здесь, более того, я вам такую вещь хочу сказать. Искон, гуру-татва в искон, она действует как через личность гуру, так и через общество преданных. Потому что Шрила Прабхупада сказал, после моего ухода, кто будет ачарьей искона, следующим ачарьей искона? Прабхупада ачарья, он ушел. Он в духовном мире, в вечных играх, не тялили. Кто следующий ачарья в Исконе? GBC. Следующим ачарья Исконы является GBC. А что такое GBC? Это что за такой этот Прабху? Прабху GBC. Это кто такой вообще? Да, это санга преданных. Санга учеников Шрилы Прабхупады. То есть она представляет ачарью. Вот это искону, настроение искону. То есть преданные как управляют обществом вместе. И этот же принцип, он существует везде. То есть он существует как бы на уровне намахат, на уровне общин, везде. То есть мы получаем вдохновение в обществе преданных. И если мы там его не получаем, это означает, что там просто, ну как бы нет ни одной личности. Вот человека, который бы занимал ученическую позицию по-настоящему. То есть принял бы ответственность за общество. Понимаете, да? Потому что если там есть личность в обществе,
то этот гуру становится духовным, а не просто там, знаете, как вот в обществе, там, в той же компании, про которую я упомянул, там, пикник. Люди же просто хотят свои чувства удовлетворять. То есть люди просто, обычное общество, оно просто индивида пытается, оно не хочет, чтобы индивид стал личностью, оно хочет просто, чтобы индивид играл, как бы соответствовал, да? Вот у нас компания, и мы хотим, чтобы ты был как мы. Как любой человек приходит в какую-то компанию, ему говорят, ты нас не уважаешь, да? То есть вот так вот. То есть материалистическая компания. Ты нас, наверное, не уважаешь. Нет, если ты нас уважаешь, ты должен делать то, что мы делаем. Это материалистическое общество. В духовном обществе такого нет. Поэтому смысл духовного общества заключается во внимании к личности. И в любой намахате, в любой общине именно личность находится в центре, то есть ее духовный рост. В этом отличие материального общества от духовного. Поэтому мы сталкиваемся с этой ситуацией. А вообще, как бы, кто-то еще помнит, а тема какая у нас? Мы сейчас что обсуждаем конкретно? Какой вопрос? Да, правильно. Да. То есть вопрос именно в этом, что как перейти, да? Вот из этого состояния вот зависимости в состояние личностного существования. Вот этот момент очень важен. Смотрите, гуру, он имеет ключевую роль. Если гуру является учеником, если в нем есть этот энтузиазм, уцахат ништяя дхарят, если в нем есть вера, то по милости гуру, общаясь с гуру, мы эту веру обретем. Почему? Потому что мы обусловлены, мы находимся в состоянии вот этом, как бы на чувственном уровне находимся. Нам нужен человек, или какое-то общество людей, которые мы воспринимаем на чувственном уровне, то есть какая-то группа друзей там, или гуру, с которым у нас есть вот эти отношения, к которому мы можем вот получить вот это, да? Понимаете? То есть мы сейчас не находимся в освобожденном состоянии, мы не находимся в состоянии брахмана. Мы фактически отождествляем себя с телом. Поэтому нам нужно другое тело. Именно тело. И, что-то такое вот, материальное, что мы можем пощупать, что может повлиять на наши эмоции, да, на наши чувства. Но это тело, оно должно быть духовным. То есть в этом теле должна жить личность. Духовная, брахман. Тогда через это тело проявляется духовная энергия. Это как приводится пример. Вы имеете кусок медного провода, это просто кусок железа. Но если он подключен к электростанции, то это не просто кусок медного провода. Хотя выглядит точно так же, верно? Точно так же садху, он выглядит как обычный человек. То есть вот просто тело и тело. Но в этом теле, в отличие, допустим, от моего тела, живет личность, то есть брахман. Уцахат ништаят харят. Татат карма правартана. То есть этот человек занят в миссии. И когда я соприкасаюсь с ним, то через его как бы отношение ко мне, через его эмоции, через обсуждение с ним каких-то вещей, вот эта вот духовная природа брахмана, она становится для меня понятной. Вот эта природа ученичества, она становится для меня понятной. Я начинаю считать себя именно этим, у меня появляется миссия. Она проявляется также в моей жизни. Вот он секрет. Также, общаясь в группе там, на Махаты, когда там обсуждаются вот эти темы, я через вот этот эмоциональный обмен, через дружбу, через эти отношения, я также заряжаюсь. То есть я становлюсь личностью. У меня появляется сознательное отношение к миссии, к Намахаты. Я начинаю распространять. Вот сейчас как Ангир Муни приехал, он, по-моему, сейчас как раз про Намахаты рассказывает. Вечером еще раз делать. То есть вот эту вещь, вот эта вещь и происходит. То есть, если там есть хотя бы один миссионер, хотя бы одна личность, у которой есть уцаха ништяя дхария, то есть есть вера, то намахата, она будет вот такой заряженной. И вот общаясь в этой намахате, вроде бы через просто отношения какие-то, через просад, мы будем просто проникаться вот этим, как бы вот этой энергией духовной, станем брахманами. Таков механизм. Но я могу сказать честно, это очень большая редкость в обществе преданных. Почему-то. Хотя это является сутью нашей традиции, нашей сампрадаи. Потому что парампара действует именно через сангу. Она не действует просто вот формально. Вот у меня есть наставник и все, и Хари Кришна.
Санга означает отношения, санга означает открытие сердца, санга означает вот обмен. Вот это санга. Это очень редко можно встретить, чтобы люди вот так жили. Почему? Индивидуалисты, а не личности. Индивидуалисты, вот в чем дело. Личность еще надо поискать. Все сидят со своим эго таким в санге. Вот у нас санга эго. Вот мы собрались в намахате, у нас намахата ложного эго. И в результате должна быть тушья антича, романтича. Да, много вопросов. Давайте с вопросами разбираться. Вы говорили до этого о том, как в обществе преданных, в санге, в намахате должно развиваться настроение служения, должны развиваться ученики. Да. Но бывает, наблюдается в обществе преданных такие тенденции, что только что появившиеся люди им сразу же начинают упирать, что ты должен быть учеником, ты должен быть слугой. И вот этими словами их лишают духовного детства. Им ничего не дают, сразу начинают требовать. Ты что, не служить, что ли, пришел? И вот эта тенденция заботы о только что, но о самых новых преданных, что вы можете об этом сказать? К сожалению, вы правы. Это и есть такая вещь. Она связана как раз с тем, что мы ориентируем людей на то, чтобы они выслуживались, а не служили. Потому что, когда человек выслуживается, он задействует свои ложные мотивы. У него есть энтузиазм, но понимание, нищая же еще нет, следовательно, он служит, исходя из каких-то мотивов собственных. Нам просто нужна энергия людей для того, чтобы сделать свои какие-то дела в обществе. Вот нам надо какие-то дырки заткнуть, да? Вот есть энтузиастичное тело. И мы говорим, замечательно, тело, давай, служи Кришне. И это тело, оно глупое, оно все это делает. И хорошо, если потом попадется искренняя душа, которая что-то там объяснит, какое-то будет общение, дружба, и в результате человек станет нормальным, зрелым, преданным. А часто бывает так, что это тело эксплуатирует, пока у него есть вот эта вот энергия уцухи. И потом, как шлак, это все уходит куда-то через 2-3 года. Вот. Поэтому что делать? То есть, если человек пришел, у него есть энтузиазм, Я могу честно сказать, вот я сам руковожу одной из общин, да, сибирских, и у меня такой подход. Люди иногда приходят, они говорят, я готов, у меня столько вообще веры, Прабхупада, супер, все, я готов тут горы свернуть, у меня просто как глаза, как у бешеного барана. Я ему говорю, дорогой, нет, у нас человек совершает преданное служение, только если он уполномочен. Так вы меня уполномочите, вы мне скажите, что делать, я пойду и буду делать. Я говорю, нет. Не будет тебе никаких полномочий. Полномочия ты получишь в санге преданных. Вот ты вот иди, знакомься с преданными, общайся с ними. И в результате вот этого, вот когда ты поймешь вот вместе с преданными, что ты можешь делать, вот тогда ты будешь действовать. А сейчас повторяй святое имя, читай книги, ходи на программы, на лекции, задавай вопросы, с удовольствием буду что-то объяснять. Пожалуйста. Вот такой подход. Почему? Потому что проблема заключается в том, что человек действует, но у него оскверненный разум, у него разум материальный. Поэтому Кришна же говорит в следующем стихе, вот за тем, который мы процитировали, я сейчас процитирую, он говорит как раз этот стих, который Даянанда Махарадж цитировал. «Тишам сататаюктанам, баджатам притипурвакам, дадами будхи йогам там, йенамам упаянти те». Он говорит, что тем преданным, которые находятся в санге, я даю разум, дадами будхи йогам там, с помощью которого они могут прийти ко мне. То есть, если человек служит, у него нет сатсанги, его баджана крия, она материальная, это просто карма. Она, конечно, немножко такая облагороженная, такая, религиозная, но это карма. Мы с Сашей Говиндой сейчас про это обсуждали момент перед лекцией, я помню, это. То есть, вот эта вещь, она существует, поэтому человек действует, но он автоматически, он будет что-то делать, и у него будут конфликты с преданными. Он будет какую-то ерунду делать, в итоге какие-то ошибки будут, и все это же придется расхлебывать. Понимаете? Он там начнет локтями всех распихивать, у него же неосознанные мотивы. Он же сам этого не понимает, поэтому они называются неосознанными. Вот, поэтому, либо другой вариант, человек приходит просто, нормально, вроде бы искренне человек говорит,
А вот чем мне заниматься в преданном служении? Вот что мне делать? Ко мне приходит, к руководителю. Предполагается, если человек пришел к руководителю, руководитель должен же милость проявить, как бы занять человека, верно? Человек хочет служить Кришне. Знаете, какой ответ я даю в этом случае человеку? Очень похоже. Я говорю, если ты пришел ко мне, чтобы я занял тебя в преданном служении, это значит, что ты не общаешься с преданными. Потому что если ты общаешься с людьми, то ты будешь всегда что-то, ты будешь занят. Потому что общаться с людьми, быть в семье, означает, что есть куча дел. Как можно прийти к руководителю и сказать, что у меня нет практического служения? Это означает, что ты не в семье находишься. В семье же куча всяких дел, понимаете, все это вдохновляет. Вот это можно сделать, вот это. Потому что ты делаешь для того, для тех, кто тебе дорог. У тебя есть намахата, там, друзья, преданные, какие-то совместные планы, там, дела. Это здорово вдохновляет. Это же близкие тебе люди, это же твоя семья. Как ты можешь говорить, что у тебя нет дела? Если ты так говоришь, значит, ты не живешь в семье, ты не в санге. Как тебе тогда можно занять в преданном служении? Потому что разум же, он одухотворяется любовью. Ведь любовь, она делает разум духовным. Если у тебя нет дружбы, если у тебя нет дела, которое возникает из отношений, как ты можешь быть квалифицированным совершать преданное служение с любовью? Ты не можешь быть чистым преданным. Мы думаем, что чистый преданный – это какой-то уровень. Да ничего подобного. Чистый преданный, он может быть с завтрашнего дня. Вот человек пришел, он может быть сегодня уже чистый преданный. Если он находится в санге. То есть он с Шрилой Прабхупадой находится. Санга – это его тело. Искон – это его тело. Это община, это тело Шрилы Прабхупады. Если человек находится в санге, если он чистый преданный. Поэтому у Шрилы Прабхупады спросили, у нас сколько чистых преданных в обществе? Сказали, а сколько у нас вообще народу? Ну, вроде там вот 5000 или сколько там, мы сказали, я не помню. Он сказал, ну вот у нас вот столько чистых преданных. Это что, Шрила Прабхупада как бы преувеличить, ерунду какую-то говорит? Да ничего подобного. Просто атмосфера была, понимаете, такая. Все были как, ну, как братья и сестры, то есть вот общение было. Люди были вдохновлены. Была куча дел. Все были в экстазе. Нужно было это сделать, и то сделать. Или человек приходил, и он сразу попадал в это состояние чистой преданности. Понимаете, это разум. Человек попадал сразу в этот коллективный разум. Духовный разум, будхи. Разум имеет коллективную природу. Если вы попадаете в общество, где есть эта атмосфера, вы сразу попадаете под влияние духовного разума, и ваша деятельность, она становится чистой, совершенной. Кришне она нравится. Но если человек руководствуется своей собственной черепушкой, понимаете, он же не будет связан ни с парампарой, ни как бы ни с садху, ни с чем. Его деятельность, она будет материальной, это будет карма, даже если она выглядит как религиозная. Это все лишь карма. Ну, понятно, да, вот тут вообще, как бы вот этот момент. Да. Я хотел бы вот еще к этому вопросу. Да, то есть, как вы сказали, что значит это зависит от того, как бы успешность общины или какой-то группы, зависит от того, что там есть вот, ну, личность такого уровня, да, как вот, допустим, вот Ангира Муни приехал сейчас. Да. Вот, но Ангира Муни, так сказать, всем хочется от него там откусить по кусочку, да, но его на всех же не хватит. Вот, и что это как бы редкий случай, что в какой-то общине или группе есть вот личность такого уровня. То есть, ну, соответственно, следующий вопрос. А если нет такой личности, значит, какое-то наверняка все равно решение должно быть. Решение может быть только одно. Вернуться к началу нашего разговора и принять ученическую позицию. Ахам брахмасми, то есть я личность. И поэтому я принимаю ответственность за эту намахату. Я, может быть, еще неофит, я, может быть, еще тело, но я принимаю, у меня есть вера, что вот эта вот вещь все работает, я принимаю эту позицию, и я буду учиться. Если человек в этом находится, он получит, как бы, он получит эту связь, парампара и так далее. Но если у человека веры нет, то даже если там будет присутствовать святой в этой санге, не факт, что он заразится миссионерским вот этим настроением, как бы, да, потому что он будет отталкивать. Ведь Кришна говорит матчита, то есть у человека должна быть в любом случае эта связь. Если он не хочет этого, то он это не получит, как муха, которая сидит на колене у духовного учителя. Она очень близко. Санга просто стопроцентная, понимаете? То есть, ну прямо на теле, прямо гуру сидит, понимаешь?
все. Но она при этом миссионером-то не становится. Хотя, в общем-то, кто знает, непонятно, как это работает. Вот. Но, по крайней мере, Прабхупада говорил, что муха – это муха в любом случае. Как бы. Поэтому, потому что мы говорили, что принять учителя или быть рядом, саанга, то есть быть рядом и быть учеником – это не одно и то же. То есть муха может прямо на гуру сидеть, но не факт, что она от этого учеником становится. Это совершенно две разных категории смысловых. Вот, поэтому нужно принять ученическую позицию. Вот эта вот вещь «Уцахатнищадхарят» – это вопрос личного выбора. Это не вопрос наличия санги, там, у меня нету санги или у меня есть санга. Это вопрос личного выбора души. Если этот личный выбор состоялся, то санга будет. А если этот личный выбор не состоялся, то даже если эта санга у вас перед носом, даже если у вас святой вообще вот живет вот, вот с вами, вы его даже не заметите. Потому что нельзя увидеть материальным взором, только вот с помощью вот этого можно увидеть, с помощью веры. Вот такой ответ. То есть нельзя все сводить к обществу, потому что общество все равно это продукт. Это не, ну как бы... Да, передавайте. И, пожалуйста, время мне скажите, я не слежу за временем. 10:52. Ага, хорошо. Вот вы рассказывали о том, что человек с какими-то неправильными мотивами занимается служением и не получает определенные санги, и через 2 года просто ну, выгорает, выхолащивается и как уходит как отработанный продукт. Uh-huh. Вот я хотел спросить, как это ну, как бы вообще возможно вот, в обществе преданных находиться 2 года и не получить такого общения с кем-то, которое бы наталкивало тебя на осознанность? На вдохновение это же практически невозможно. То есть, может, тут дело еще в чем-то. То есть, и в чем? Я не знаю, может быть, человек сам не хочет вот этого вот осознанности или я не знаю, как-то. Понимаете, это возможно, но это надо быть очень упрямым вообще, конкретно человеком, реально упрямым. Потому что природа души – это санатана дхарма, это желание служить, верно? Если такая возможность человеку предоставляется, чаще всего он включается. Вот мы, ну, как бы мы немножко уже говорили на первой встрече об этом. Такое возможно, что человек не хочет, но это означает, что он реально, ну, как бы находится под демоническим каким-то влиянием. Если человек не находится под демоническим влиянием, то он будет включаться, если его, ну, как бы, если есть искренность какая-то в этом месте. А проблема заключается в том, что во многих сообществах преданных есть такая ситуация, что человека рассматривают как средство для, ну как бы, то есть человек, он как бы, он нужен здесь для того, чтобы что-то сделать, ну там, для храма, для общины, там, послужить, да? Но в него самого, как в личность, никто не, ну, как бы не вкладывает. То есть человек, вот если у него какой-то энтузиазм проявился, его как бы занимают. А что при этом с ним происходит, особо как бы, вот если такая ситуация, то есть эта ситуация возникает тогда, когда вообще не существует слабая наставническая линия, то есть как шикша, да? Линия шикши, она является исконом. У нас шикша сампрадая, то есть линия наставничества. Если какое-то общение наставничества присутствует слабо, то возникает такая административная эксплуатация. То есть человек, ну, как бы он просто его занимает, но он просто выгорает в результате. Такое существует, к сожалению. Вот. Ну, человек все равно благо получает, поскольку он старается там, для Кришны, для Прабхупады, но это благо, оно меньше, намного меньше того, которое он мог бы получить, если бы о нем позаботились. Один человек не может обо всех позаботиться, но санга может позаботиться обо всех, потому что санга может расти безгранично. Допустим, у вас может быть намахата, из этой намахаты может возникнуть 3 намахата, из 3 намахат еще 3 намахаты, ну, к примеру, да? Это то, о чем Награмурни Прабху проповедует. Но для этого должна быть духовная энергия. И тогда вы можете позаботиться о безграничном количестве людей. Этого не происходит. И за этим есть определенная тайна. Вот мы пытаемся как бы добраться до ее корня. В чем здесь дело? Давайте еще вопросы. Вот у меня 2 момента. Одна реализация, второй вопрос.
Вот раньше, в начале 90-х, особенно годов, проводились семинары санкиртаны. Это очень сильно вдохновляло вот на служение, вот я вот хочу сказать, потому что очень много даже комических моментов возникало во время распространения книг. И преданные очень сильно вдохновлялись, и комплекты пулялись вот просто вот, как из автомата. И вот у меня вопрос. Сейчас приходишь в храм, и некоторые личности постоянно вот как бы подкалывают, вот что-то вот такое идет. То есть на них сильно вот и не обижаешься. И вот Чайтанья Чандра сказал, что мы не должны причинять никаких беспокойств. А как вот им проговорить вот это вот вслух? Вот вы сказали, что не должно быть недосказанности, то есть нужно сразу же все вопросы вот как бы выяснять, вот как поступать. То есть просто не хочешь с этой личностью как бы вот общаться, но существует необходимость общения с ним. Необходимость в чем? Ну, допустим, по служению. По служению? Ну, тогда нужно как бы найти путь. То есть человек, он может не видеть ничего плохого в том, что он подкалывает там, да, то есть может быть для него это просто способ такое проявления дружбы какой-то такой, то есть он колет и как бы он считает, что это бодрит таким образом там другого человека или что такое он делает. Вот. Вы просто должны человеку дать понять о том, как вы это воспринимаете. Вы можете сказать ему, там, тебе нравится колоть, да, то есть тебе от этого удовольствие какое-то у тебя возникает или что, то есть как. Не то, что вы там человеку говорите, а вот ты там вот. А просто спросить у него, а что ты вот делаешь, зачем это тебе надо? То есть мне вот, например, от этого неприятно. Не то, что как бы, ну, то есть если хочешь, продолжай, но мне неприятно. Вот. И человек подумает, ну, вообще, как бы, ладно, спасибо, скажет. Я понял. Спасибо большое. Я помогаю избавиться от ложного эго. Тогда вы можете сказать ему, а можно я тебе тоже буду помогать избавиться от ложного эго? Тоже человек подумает, понимаете, начнет тут чесать, тут как бы, что-то я не так, как бы, что-то не то делаю. Просто с людьми нужно, понимаете, с людьми нужны отношения. Отношения означают, что вы не оцениваете. Вы просто высказываете как бы свое понимание ситуации вот, и говорите, ну как тебе вот? Вот я вот так это вижу. Все. И человек делает выбор. Все. Таким образом вы меняете людей. Вы меняете их не потому, что вы рубите их ложное эго, а вы меняете, потому что вы пробуждаете в них сознательную позицию. То есть они начинают как бы, они начинают нести ответственность за отношения. То, что раньше не видели, они начинают видеть. Это вот, ну, как бы есть служение, да, людям преданным. Расширять их диапазон восприятия, то есть показывать какие-то вещи, которые человек не видит. В этом служении. Да, пожалуйста. Я читала не так давно биографию Бхактивинода Такура, и там описывается, как, ну, когда у него был отпуск длительный, что-то там 2-3 года, он создал вот это движение Намахаты. И потом говорится, что после того, как Бхактивинод Такур вынужден был опять заняться делами, ну, государственными, то это движение просуществовало, ну, что-то там лет 5 или 3, а 3, ну, в общем, не так много. И я была очень удивлена, потому что это Индия, это, ну, как бы традиционная культура и благочестие. И вот какая у нас-то надежда это? То есть получается, что вот если личность есть, вот она вот взялась за дело, а личности нет, и все. И отсюда еще также возникает вот это ожидание, массовое общество, запрос на ачарью же. И вот какая наша надежда тогда? Ну, лицемерить не будем. Действительно, ачарья, ну, как бы это очень хорошо, когда есть ачарья, это от Бога, это тут все понятно, тут есть из духовного мира все. Вот. С этим все понятно и просто. Ситуация с Бхактивинодом Такуром, я могу сказать такую вещь. Я тоже размышлял над этим, когда был в Индии, много раз размышлял, глядя на индусов, изучая их, ну, как бы, их типа обусловленности, в отличие от нашего русского кришнаита. Вот. Я увидел очень интересную вещь, что в Индии, как бы, возможно, это как результат как раз деградации ведической культуры, вот то, что мы сейчас имеем, как Индия, да,
то, что индусы, они очень сильно, как бы у них, как сказать, деятельность очень внешняя. То есть они очень сильно сориентированы на присутствие гуру как личности. Вот если есть вот как бы начальник, то человек будет делать. Начальника нет, он как бы снимает с себя всякую ответственность. Вот здесь, допустим, в России мы можем как-то вот действовать в коллективах, в командах каких-то. У индусов очень сильно, очень большую роль играет именно присутствие, ну, вот самого человека, да, который вот управляет, контролирует ситуацию. Такой ачарьизм иногда это называют. То есть такая традиционная система ведическая как раз означала, что был ачарья, вокруг него были ученики, и ученики выполняли служение через него. То есть фактически через него Кришна проявлялся, через одного человека. И Бхактисиддханта Сарасвати Такур, он попытался создать Гаудия Мат как организацию, где бы преданные старшие сотрудничали и вместе управляли движением. Но что случилось с Гаудия Матхом? Гаудия Матха развалился. Почему? Потому что он был создан в Индии, где люди привыкли зависеть от одного человека. Понимаете? Они не смогли вот переварить, как это возможно, коллективно, коллегиально управлять движением. И просто что Гаудия Матх, вот эта вот как бы организация, которую создал Бхактисиддханта Сарасвати, она была очень мощная организация. Он просто распался на вот такие маленькие матхи во главе с одним как бы человеком, такие группы, группки учеников и все. Вот это то же самое, то есть тот же самый принцип, то, что с Бхактивинода Тхакуру, когда он перешел, то как бы начальника не стало, а совместно управлять вот этой сетью на Махат они не смогли. Нужен был вопрос, а кто следующий ачарья? А следующего ачарья не было. Ведь ачарья – это же вещь самопроявленная, это же от Бога, его же нельзя назначить. Потому что если Бог посылает Махабхагавату, то будет ачарья. Если не посылает, то тогда вместе решайте вопросы вместе. То есть это тоже как бы от Бога, это движение Санкиртаны. Оно вот именно имеет такое настроение. Но просто преданные этого не поняли. Точно так же, как они не поняли Бхактисиддханта Сарасвати после того, как он ушел. И они развалили Гаудия Мат. Хорошо, что ИСККОН вроде как, ну, слава Богу, держится. То есть вот это настроение, то есть GBC присутствует и так далее, то есть преданные вместе и так далее. Хотя очень легко все это развалить. Достаточно просто сказать, что вот у нас должен быть один ачарья, он всем скажет конкретно, что надо делать, и все проблемы сразу решатся. Но такого не бывает. Вы не можете назначить такого человека. Это только Бог может сделать. А если Бог этого не делает, значит так и не должно быть. Значит мы должны совместно развивать свою общину, намахату, и каждый должен расти как ученик. Становится садху. Вот. Поэтому Бхактивинода Тхакур, ну как бы, я думаю, вот мое понимание какое, что Бхактивинода Тхакур как раз хотел перевести свое движение в намахат, в нормальное и естественное русло санкиртаны. Но просто преданные, как сказать, не захотели, либо не поняли, либо и то, и другое вместе. Может, не время было. Вот. Да, пожалуйста. Микрофон передавайте, чтобы преданные могли озвучивать. А вот есть момент такой. Говорили о ученичестве и момент. Есть план Кришны, есть план духовного учителя. Как вот перенять этот дух, настроение? То есть вот это принять план. То есть есть, говорили, о ложное эго. Есть вот эти проблемы. А что с этим делать? Как вот этот стать учеником в этом плане? Чтобы избавиться от этого, от своих амбиций, претензий, вот эти внутренние, которые, ну, вот еще остаются маленькие. Принять этот дух. Я не знаю, что надо делать. Я просто знаю только одно, что у нас есть милость Кришны и милость духовного учителя. И все остальное зависит от нашего выбора. Если мы оступились, падаем, нам нужно вставать, идти дальше до того момента, пока мы не избавимся от груза предшествующих каких-то ошибок, кармы, оскорблений. Есть несколько видов оскорблений. Есть там в основном 4 вида анартх, вот эти вот, которые связаны с анартхами, духовными анартхами, они самые тяжелые.
Нужно избавляться от всего этого. И на это потребуется время. Шрила Прабхупада говорит, даже если человек в отчаяние впадает, у него не получается что-то еще, все равно нужно вставать и продолжать, потому что в этом заключается наша преданность на этом уровне. Преданность заключается не в том, что мы хорошие, совершенные. Преданность заключается в том, что мы продолжаем, что мы идем дальше, что мы работаем над собой. Вот в этом заключается наша как бы цена, которую мы должны заплатить для того, чтобы Кришна избавил нас, чтобы Он избавил нас от того, от чего мы не заслуживаем быть избавленными. То, что мы получаем в сознании Кришны, мы не заслуживаем. Кришна это дает по своей собственной милости. Но для того, чтобы мы это получили, Кришна должен увидеть, что мы сделали свой выбор. Вот и все. Ему больше ничего не нужно. Выбор сделали, все грехи я забираю. Я сам их забираю. Об этом же он говорит в конце Бхагавадгиты. Все знают этот стих. Какое? Правильно. Сарват харман парития джамам и кам шаранам враджа. Ахам твам сарва папепьо. Мокшайшами машу чага. Он говорит, не бойся. Оставь это все вот эти глупости, как вот это, как вот то, всякие дхармы. Будь моим преданным. Даже если сложно, даже если трудно, даже если падаешь, оставайся моим преданным. Предайся мне, положись на меня, я освобожу тебя от всех твоих грехов, последствий твоих грехов, не бойся. Вот оно, вот это. Это все, что у нас есть в Кали-Югу особенно. Поэтому нужно ждать своего времени, оставаться преданным. А можно тоже? Вот Вишванатха Чакраварти Тхакурун в «Нектаре преданности», он рассказывает ступеньки там, какие идут. И там вот санга... После санги начинается служение, а после служения анарха невриди, то есть вот эти качества-то, там еще, если глубже копнуть, там клеши, то есть преданный должен в себе разобраться, там копаться, вот до целостности, пока нишха не придет, а потом подняться до уровня любви, то есть не эгоистической, а... То есть вот понимать духовную природу людей, что в каждом Господь есть, и что каждому любовь должна быть не эгоистическая, а то есть служить надо людям, то есть чтобы удовлетворить Господа. А сами-то вот общины раньше-то шли, все индивидуально вот это делали, как бы вот садху такой-то, а вот общины, они... Возможно, это как бы рост в общине. Так вот, внутреннее, что без разрушений. То есть вот до нишки, если постоянно вообще, то есть это индивидуальный как бы рост, а в общине-то будешь постоянно как бы по голове еще получать, то есть восстанавливаться до нишки, чтобы дойти. Удар, то есть вот можно 10 лет или 20 даже. Нет, у другого пути не существует. У нас есть шрада, сатсанга, баджана крия. Баджана крия возникает, а потом идет анарха невриди, как было верно замечено. Вот это вот баджана крия означает, что вы баджана крия возможно только в обществе. То есть, когда вы находитесь среди преданных, вы совершаете баджана крию, вам настолько становится, вам приходится избавляться от анарх. То есть, когда ты действуешь, вот когда ты просто с людьми пришел, там посидели, поговорили, чаю попили, все хорошо. Идеальная семья, как бы замечательно. Но когда вы начинаете вместе что-то делать, да? Вот когда вы пообщались, вы что-то решили вместе сделать и начинаете это делать, вот тут начинается самое интересное. Понимаете? То есть, когда люди, вот они действительно, они поговорили, они вдохновились, у них какое-то видение появилось, разум там, все, да, вот будхи, все, как обещали, тушьянтича, романтича. То есть, они начинают делать. И вот когда они начинают делать вместе, вот тут вот начинается анартха невритти. Потому что, когда человек индивид, он как бы действует в рамках своего ложного эго. Но когда он находится в обществе людей, то ложное эго, оно как бы, оно...
оно перестает быть той вещью, которой мы можем быть успешными, которой мы можем руководствоваться. То есть человек растворяет его, оно растворяется. Но этот процесс иногда бывает болезненным. Анартханеврити. Поэтому те, которые никогда не действовали в обществе, вот среди тех, вот близко, так сказать, локоть к локтю, да, когда там характеры сталкиваются, когда какие-то вещи надо прояснять, иногда это без улыбок происходит. Понимаете? Если у человека нет такого опыта, он, как он может обрести ништху? Как он может пройти стадию анартханеврити? За счет чего? За счет какого ресурса? За счет своего чистого воспевания? А где оно, это чистое воспевание? Его же еще нужно получить, нужно же еще доручить, доскрести. Понимаете? А где ручи? Ручи наступают после ништхи. Понимаете? Поэтому Шрила Прабхупада говорил, сначала работа, а самадхи потом. Что это означает? Работа означает, вот вместе работайте, очищайте свое сердце в преданном служении. И после этого будет самадхи. Хотя воспевать святое имя нужно всегда, естественно, с самого начала. Но открывается святое имя не просто потому, что мы его повторяем материальным способом, оно открывается через вот это настроение служения. Вот это ответ, да? То есть получается, что ништха, она достигается после анартханеврити, а анартханеврити без сатсанги, без вот такого вот, без вот этого вот, так сказать, да, вот этого процесса семейного, она не проходит, это все выдумки. Это просто выдумки. Потому что Прабхупада говорил, я сделал только половину работы. Я дал вам книги, но я не дал вам Дайви Варнашему, то есть какого-то социума, где вы могли бы вот все это делать. Потому что это на самом деле половина дела. Сознание Кришны имеет две стороны, духовную и социальную. Если социальной стороны нет, общества нет, то нет и сознания Кришны. Потому что духовный мир это что? Это духовное знание или социум? Духовный мир это что? Это социум духовный. Духовный социум. И если мы не научились здесь жить в этом социуме, как бы им духовным способом, не научились любить преданных, Шрилу Прабхупаду, Кришну, как часть нашей семьи, как бы Прабхупада, это как бы он является дедушкой, он глава нашей семьи, вот конкретной. Кришна, он является главой семьи, вот этой всей семьи, Ачюта Готра. Если мы не научились любить эту семью, если мы не научились думать о ее благе, то есть проповедовать, этот мир – это семья Господа. Если мы не проповедуем, значит, мы не любим семью Господа. А если мы не любим эту семью, то как мы можем очистить свое сердце и вернуться в духовный мир? Это нереально. Поэтому эта программа, она гораздо глубже, чем мы думаем. Зачастую. Еще есть, давайте, свои вопросы, там, может быть, надо заканчивать уже. Время мне, пожалуйста, напомню. Время 14:15. Сколько? 14:15. Хорошо. Вопрос вашей святейшества такой. Гургавинда Свами Махарадж, по-моему, в 95-м году он лекцию давал, помните, когда приехал с GBC очередного, он по поводу того, что руководящие, как бы, лидеры часто не видят, как бы, духовного руководства. Говорит, многие вопросы, такие вопросы, говорит, не решаются административно. Так вот, как в общине это вот нам, если такого уровня, как бы, да, люди не могут тут, как бы, разобраться, нам все-таки руководство приходится чем? Как бы просто стараться быть вместе или все-таки как бы искать вот как духовное руководство внутри себя? Вот, каким образом? То есть, или это бесполезно? Невозможно, вот если наш уровень не позволяет это сделать. Вы знаете, это очень хороший вопрос. Я могу поделиться как бы тем пониманием, которое я пришел сам, вот вместе со своими соратниками в Национальном совете, может быть. Не все преданные думают одинаково. Это нормально. То есть особенно на уровне руководства. Мое понимание заключается в том, что все, что нужно преданным, для того, чтобы достичь духовного совершенства, потому что все остальное уже есть. Есть милость Прабхупады, есть милость святого имени. Это просто быть людьми. Просто быть нормальными людьми. Учиться
быть как бы вот в искренних отношениях находиться друг с другом, то есть реально заботиться, реально проявлять внимание к внутреннему миру другого человека, то есть реально больше слушать, чем говорить, то есть ну, быть вот в состоянии нормального сатвагуны, стараться, вот это сатвические ценности внутренние. Вот как вот это вот наша такая вот такая поговорка, которая сейчас вошла в обиход, да, что сначала человек становится преданным, потом человеком, а потом преданным. Это вопрос культуры, получается. Это вопрос культуры. Вот эти все святые писания, которые мы читаем, Шримад Бхагаватам, Бхагавадгита, Чайтанья Чаритамрита, все эти святые писания, они были написаны для людей семейной и общинной культуры. То есть людей, для людей, которые умели жить вот так вот вместе, да, без терки вот ложного эго, они просто... И поэтому для них вот эти все духовные истины, они сразу усваиваются в правильной этике, уже сразу как бы работают. Нам же надо объяснять вообще вот... Азы. Азы, то есть вообще вот как вот... И только тогда это знание, оно... Потому что в тамагуне, понимаете, знание, оно превращается в свою противоположность, в авидью. Вот эта асоциальная жизнь, индивидуалистическая, это тамагуна. То есть, когда человек живет в своей анонимной жизнью, в своем каком-то ложном эго, в каких-то своих интересах, это просто тамас. И когда такой человек читает возвышенное послание, Чайтанья Чаритамриты, Хари Кришна вообще, что там он понимает в этой Чайтанье Чаритамрите? Одному, не знаю, кому известно. Ему известно. Да. Поэтому человек вот такой вот, он вайшнав, у него канхимала, у него там шнур браманский, но когда начинаешь с ним разговаривать вообще, что он там такое понимает, выясняется, что его понимание, оно полностью оторвано, оно как бы такое, это понимание такого индивидуалиста, прогрессивного индивидуалиста в духовном смысле, да, то есть человек пытается индивидуально обрести духовное совершенство, но это смешно, просто смешно, в Кали-Югу тем более. Даже в другие эпохи это было очень трудно. И вот в связи с этим вот вопрос культуры. Вот мы не можем сразу, да, вот эту возвышенную культуру принять. И очень многие преданные, они как бы вот начинают стремляться, там, самурайская культура, там, вот, восточная какая культура, то есть какие-то фильмы, которые гуной выше. Вот насколько вот стоит проходить этот этап или это... Как... Самурайские фильмы смотреть. То есть... Это, конечно, лучше, чем смотреть, извините, там, это, я не знаю, то, что сейчас показывают, там, Голливуд и прочее. Но надо свои фильмы снимать. Я не знаю, если людям действительно нужно что-то, вот нужно какие-то вот моменты, такого, атрибуты какие-то, это нужно для формирования культуры. У нас движение очень молодое, поэтому мы еще пока сами не определились с тем, какие нам фильмы нужны, там, про что. Вот. Мы сейчас определяемся, я думаю, определимся скоро уже. У нас будут нормальные фильмы. Вот. Наши дети будут на этом воспитываться. Это будет замечательно. Но сейчас нам нужно самим определиться. Нужно, вот, чтобы у нас намахаты были крепкие, чтобы общины были, чтобы преданно занимали ученическую осознанную позицию. Это все, что требуется. Для этого не нужно, там, я не знаю, проходить там годы опыта. Нужно просто понять, вот есть преданные, это моя семья. Это моя семья. Этот брат, может быть, мне не нравится, но это мой брат. Эта сестра, может быть, она не такая красивая, как там, или какая-то, или там, слишком красивая там. Но я не могу к ней относиться, как бы, я не могу вожделеть, потому что это мне не принадлежит. Это как бы, это не моя собственность. Ну, то есть что-то такое должно с нами происходить. Мы должны обретать любовь. Любовь означает, если вы любите, вы не можете наслаждаться. То есть нам легче на телесной основе, да, принять, что это брат, а на духовной как-то... Да. Как бы не главнее, да, телесная как бы для нас выше получается концепция, чем духовная. Да, телесная означает, мой брат, это он, значит, мне нравится, значит, он мой брат. А духовное означает, вот даже в нормальном, даже материалисты могут какие-то благостные это понимать. В семье, например... Два брата, они могут, ну, не сходиться характерами, но они понимают, ну, как бы у нас один отец, мы братья, мы росли вместе. Поэтому мы разные, но я его уважаю, я стараюсь с ним, как бы, ну, быть вместе, я его люблю по-своему, то есть у меня есть любовь. Все равно любовь, она, не, ну, как бы она не зависит. Эти вещи становятся понятными только тогда, когда мы берем ответственность. Невозможно по-другому.
Должны годы пройти вот с этими людьми, чтобы вот с конкретными людьми годы надо прожить вместе, чтобы понять, что такое любовь. Нужно пройти вместе в сознании Кришны годы, чтобы обрести настоящие качества. На это надо 10-20 лет. Тогда проявляется настоящая жизнь, настоящая любовь, мы начинаем испытывать блаженство. А? Не происходит? Да, вот это. Я согласен, вот в этом и есть проблема. Мы живем как на вокзале. Понимаете? То есть, как можно говорить об анартхане вритти в этом случае? Вритти просто какой-то. Врут просто люди друг другу, понимаете? Настоящие вещи, они же происходят по-другому. То есть, надо успокоиться и ждать своего времени. Быть преданными семье. Вот моя намахата. Я хочу, чтобы эти люди оставались со мной. Я буду сделать все, чтобы они оставались преданными. Вот это вот то, что называется преданностью Прабхупаде, то, что Кришна видит в сердце. Вот тогда это все как бы становится реальностью. Поэтому, если хотя бы один человек ушел, вы должны считать это своей личной потерей, вы должны как бы беспокоиться об этом. Вот это преданность Прабхупаде. Вот, Ваше Святейшество, у меня вопрос. Вот часто возникает вопрос между альтернатива между массовостью и чистотой. То есть, понимаете, когда вот пытаемся создать массовость, приходится идти на компромиссы какие-то, уходит дух аскезы, дух проповеди, наоборот, когда даются чистые принципы, ориентировка на прямые процессы, теряем массовость, люди, как правило, не могут идти вот на эти вот, ориентироваться на это. Вот как найти баланс между этим и все-таки, что у нас в основе, чистота или массовость? Или можем создать массовость за счет чистоты, реально это или нет? Да, это как раз вопрос вопросов. Ответ такой, что чистота должна быть у лидеров, а массовость должна быть у общества. Это все. Если лидеры будут чисты, то массовость, она не создаст вот эту проблему, да, которая возникает в этом случае, потери глубины, там, потери вот связи с Кришной и так далее, омерщвление. Поэтому мы должны заботиться о чистоте лидеров, и при этом лидеры, когда они видят, что у них есть духовная сила, они могут распространять движение, они могут создавать новые сети на маха там, или еще что-то, то есть это будет очень хорошо развиваться. Нужно поддерживать вот эту чистоту лидерства движения. Можно еще немножко по-другому сформулировать? В христианстве есть такой закон, что есть три вида взаимоотношений – пастырь и паства. То есть пастырь может – идеальный вариант. Паства идет за пастырем, допустимо. Пастырь идет против паствы. Но если пастырь идет за паствой, он перестает быть пастырем. Вот как удержать? А третий – это что? Если пастырь идет за паствой, он перестает быть пастырем. Да, да, да. Вот как удержаться вот этой грани допустимости компромисса? В какой мере мы можем идти на компромисс? Если у пастыря или у вот ученика, как бы у слуги, у наставника слуги есть чистота, то происходит очень интересный эффект. Паства или общество чувствует себя защищенным. Она ощущает божественное благословение для общества данного. То есть у людей налаживаются какие-то очень тонкие, удачливые связи кармические. То есть рождаются дети очень хорошие, семьи крепкие появляются. То есть это признак того, что есть благословение определенное, да, то есть определенная энергия. То есть если лидер чист, то паства или общество, оно будет чувствовать, что это как бы общество – это женский принцип, а лидер – это мужской принцип. Если мужчина чист в своих намерениях, в своей ответственности, то женщина чувствует себя защищенной, верно? Ну, чисто на подсознательном уровне. Поэтому она без каких-либо сложностей доверяет, она может, ну, как бы, потомство нормальное, то есть здоровое, как бы, люди, все хорошо. Но если мужчина слаб, то женщина, она начинает сама играть мужскую роль, она как бы в агрессивные какие-то вот, ну, вещи начинают происходить.
И вот то же самое происходит с обществом. Если общество чувствует, что пастырь как бы нечист, то оно начинает, там, сплетни какие-то начинаются, какие-то грязь какая-то начинается, то есть какая-то политика. То есть все вот эти вещи начинают происходить. Поэтому ответ такой, что, ну, пастырь не должен идти за паствой. Он должен защищать паству, давать ей, как бы, ну, чувство вот божественного присутствия. Тогда больше ничего не требуется от пастыря. Вот. Ну, давайте, наверное, закончим, да? Сколько у нас времени? 5 минут. Может быть, небольшой... А? А, еще 25 минут? А, у нас 5 минут осталось. Матаджи, пожалуйста, Матаджи, да. У нас что-то Матаджи как-то не очень активно, да? Или я просто вас не замечаю? Я прошу прощения, вы так сидите, у меня вот туда. Включите микрофон. Спасибо. У меня два вопроса. Первый, каким другим словом можно заменить слово преданность? И второе, какие качества должны быть у преданного? Спасибо. Серьезно. Преданность. Ну вот мы использовали сегодня слова-синонимы, такие как ученичество. Это преданность. Ученик – это преданный. Преданный – это ученик. Далее, браман. Браман – это качество преданного. То есть преданный браман. И браман – это преданный. То есть это преданность обладает качествами сат-чит-ананды, вот это вечность, как бы знание, блаженство. Это вот и есть преданность, проявление вера. Вера, да, другое слово. Вот мы используем сегодня синоним. Вера, преданность, вера. Это синонимы. Вот, а что касается качеств преданного, то вот все, что мы сегодня говорили, это все касалось качеств преданного. То есть если есть преданный, то есть духовная семья, есть община, есть намахата. Как бы все это развивается, потому что это все исходит из преданности. Если есть личность, вот еще личность, тоже синоним преданный, да? Преданный – это личность, личность – это преданный. Вот, если есть личность, то есть и общество. Если личность, нет личности, если есть просто индивид, то общество разваливается, семьи разваливаются, общины разваливаются, намахаты заболачиваются, разваливаются. Поэтому если есть преданность, то признаком преданности является благополучие общества, благополучие, духовное благополучие, что все развивается, все как бы прогрессирует. Вот. Эта энергия исходит из преданности, которая поддерживает общество. Такой ответ, если кратко. Да, пожалуйста. Лучше не выключать. Помогите включить меня. Работает. Ваше свидетельство, скажите, пожалуйста, вот вы говорите, когда предлагаешь просад, то есть какая-то возможность почувствовать, принял Кришна или не принял просад? Ну или вообще какая-то деятельность, то есть мы ее совершаем, как бы просто так вот совершаем, и все вот нам сказали, мы делаем, как бы мы можем это сделать. А вот нет никакого даже попытки понять вообще, как-то вот это принимается или нет. Ну, то есть, вот да, и все превращается в ритуал. Вот как да, это? Да, я Маграха. И что? Как понять что? Что мы совершили деятельность, которая не ритуальную, а такую вот, которая Кришне нравится? Но вот именно так и должны, мы должны почувствовать, что, ну как бы, понимаете, это как ответ, который дает вот в основном такой вопрос, он заключается вот такой вот, ну, про сравнение, что когда человек голоден и он пробует пищу, он чувствует насыщение и утоление голода, да? Утоляется голод и чувствует, что,
ну, определенную полноту, да? Радость, вот это счастье, вот он чувствует. Вот, с этим, вот это сравнение как раз касается вот этого вопроса, который вы задали. То есть, если мы совершаем преданное служение, мы чувствуем, что вот эта вот наша дефицитная природа, претензиозная какая-то, вот эти наши вегам, то есть побуждения, они как-то нас уже как бы, ну, то есть мы чувствуем полноту, внутреннее счастье, ощущение, что Кришна есть пред нашим сердцем, он проявляется. Вы можете спросить, а как это вообще, вот по каким признакам? То есть, вот какие признаки? Напишите список, там, что с вами должно произойти. Там. Волосы вот так вот встали дыбом, там, я не знаю, глаза там потемнели, либо наоборот, пупырышки там вскочили на коже. Ачарьи говорят, такое тоже происходит, да. Но это вторичные признаки, не первичные. Первичные признаки бавы, они другие, их 9. Я советую всем их запомнить, прочитать в шастрах. Вот. Если я вам это в готовом виде дам, вы забудете. А если сами прочитаете, то запомните. Вот эти вот бава означает присутствие Кришны, ощущение Его присутствия. И это бава – это не то, что мы должны испытать через 20 лет. Бава – это то, что мы испытываем уже сейчас, совершая садхану. То есть признаком того, что человек совершает садхану, является некие проявления бавы. То есть ну, чувство определенное по отношению к Богу. Это проявляется уже сейчас. Если я действительно предложил просад, если я действительно там обратился к святому имени, то я чувствую, что что-то произошло. Изменение в сердце какое-то произошло удивительное. То есть что-то, какое-то чувство посетило меня. Вот это результат садханы. Если преданный этих вещей не ощущает, значит, его садхана, она искажена ниямаграхой. Так, у нас завтра, я не знаю, у нас будет семинар завтра? Там, по-моему, что-то очень короткое, там то ли полчаса, что-то такое, да? У нас остался самый главный стих, 4-й. Который объясняет вот эти вопросы общины наиболее глубоко. Послезавтра будем его обсуждать. А? С инициацией? Ну ладно, посмотрим, в общем, посмотрим. Хорошо, тогда до завтра, да? Спасибо всем. Шрила Прабхупада, ки.